Так, ждем сетулечку, ребята. Через 3 минуты там или через сколько, я не знаю, через пару минут я у вас буду. Да, уже больше минуты идет. Я вижу отсчет. Так, Ублая. Нифига себе легкая сетка. Ублая ламба в сетке. Вот тебе легкая. Надо пройти вот сюда. Ублая в сетке ламба, Ублая в сетке хейтми. Арт СК2, он от них проигрывал, я помню. Как-то было дело. Ну все, больше никого нет вроде. Так, Ваню. Ваню, смотри, так, Ваню вперед продвинули, неплохо. Ну, на шатдауна попадется, на очень плохого процесса французского Димага ждет оппонента. Браток ждет оппонентка в сетке с Димагой. Опять ТЛО этот чертов попадается, братюни, тут сюда и Димаги. Здесь крит есть еще. Дальше смотрим. Каз будет биться с Legend 16. Если сетка окончательная, конечно, но я пока не знаю, окончательная она или нет. Мотик здесь присутствует, Куанчи, Стрэндж, где я, Стрэнджа, я вообще что-то не нашел, пропустил, да? А вот Стрэнджа вниз запихнули, тут Диму Слим, Жулянг, и опять Гуру, опять Стрэндж с Гуру будет биться, который его вчера хлопнул, но проиграл за квоту этому, Бане. Так, вычислили Тейлса корейца. Так, все, окончательная сетка. Насколько я понял, сетка окончательная. Так, ребят. Рестрим вроде бы есть. В порядке, поэтому ну, пытаемся куда-нибудь ворваться, куда, я не знаю пока, но ворвемся. Чалик. Не бухти там. Что-то с рестримом какая-то беда.
Так, черкает Мината к первому, я ворвусь по ходу дела. Все, сетку убираю. Сетку посну. Мината я даже не видел, где там присутствует. Так, почему-то мой стрим на главное отсутствует, я чуть не понял. Так, вроде выпал стрим на главную. Так, ребят, Минатыч против оппонента Тес XR, XHN играет сейчас. Не знаю, что за чел такой. Поехали, с Минатыча начинаем сейчас. Ребят, наконец-то стрим выплыл на главную страницу. И даже есть зрители здесь. Ну что, следим за нашими, болеем за наших. Надеемся, что тут в финальную сетку попадет. Углая сетка проходная достаточно. Да и у остальных тоже. Вот у Стрэнджа, кто у него тут будет за попадание в топ-4. У Стрэнджа будет Гуру, у Стрэнджа будет и Муслим, возможно, и Жулиан. Все, как бы. Из таких, кто реально что-то может. Ну, может, я не знаю про кого-то, кто что-то может. Я думаю, что не очень может, а он может.
Так, адептик строит своего Протуса. И ранний Твайлайт дома. Застройка какая-то странноватая, я бы сказал. Проход вот здесь вот. Ну, в принципе, она интересна тем, что пилон даже сзади, но проблема здесь в чем? В том, что здесь жирный проход слишком. Здесь еще один пилон вот так вот надо ставить, чтобы его загородить. А в стандартной застройке пилон сзади, также и гейт, и кибернетка здесь. Плюс между ними проход. Плюс если беллинги будут взрываться вот сюда, вот, допустим, они сплэшем будут задевать пилон, ну, не знаю. Мне кажется, стандарт значит получше. Здесь плюс, что можно вот так вот двигаться здесь, конечно. Зато если фотонки добавлять, все будет вплотную загорожено, как бы тоже нехорошо. Скорость таки адептом пошла сейчас у Протуса. Если ты мне, то я в порядке. Про то, что ты писал, так я и не понял, про что ты писал, если честно. Вот. Так, развивается Протус от Минати сейчас. Секундочку, здесь все проверю. Так, Bottleneck, погодка ой, лептилоид, погодка жесткая. Сегодня что-то все подтопило у нас тут в хлам вообще. Ну, в этом году, да и последние годы уже традиция стала, что в России во многих городах что-то все топит. Но у нас затопило за это лето впервые. Ну, то есть солидное было. Тут неделя гроз вообще по прогнозу, как бы и температура там до 27. И грозы постоянные, то есть какая тропическая какая-то тема. Ну что, залетает медивак. Нет, не залетает королевами, отогнал его Мината и... И ничего не нахарасил своими двумя архонами Протус. Пытается выйти на третий Нексус. Ну, посмотрите, у Протуса-то все четко достаточно. Даркшайн есть, есть третий Нексус, летает. Тут что-то харасит понемножку. Мне тоже, наверное, призмой почаще пользоваться. Для хараса. 10 минут забегания пошло. Окружает все к чертям. Забивает лингов, забивает сентри. Давар здесь идет чего? Адептов четырех, да. Ну, лингов у Мината много, и Минат, как обычно, в общем-то, здесь и пробок грызет, и все, успевает грызть. Линги с 1-1, 2-2 заказано. Мината в привычном своем стиле сейчас просто действует, и у него очень успешно это получается. Здесь рабочий отводится, призма под спорку попадает, архон пытается королеву развалить. Если призма будет уничтожена, то это будет полная печаль, но вроде как живет, но на четвертой-то тоже королева есть, вот в чем проблема. Все, призма минус, архоны не уйдут отсюда.
Так, ну тут Проц пока живет. И Нексус чудом, что самое интересное, выжил. Ну куда-то Проц пошел гулять. Мината окружает. И опять же минус все. Минус Сентри, минус Эмортл, минус Адепта. Эмортл поля ему никак не помогут. Да, он нескольких лингов здесь зашатал, конечно, но тут уже ничего не поможет, к сожалению, Процу. Мината просто загрызает его. Причем ставлю перед этим пятую, шестую базу со слабенькой экономикой. Так, вот Элнет, слушай, ничего пока не дошло. Улучшение завершено. Слияние завершено. На Пайпале ничего нету, если честно. Так, Рот пытается отмаситься, сделать еще архонов. Но вот Мината на лом идет 2-2 грейды. Посмотрите, Рот сыграет все нолики. Такой лунтик, типа. Трали-вали, я тут построю просто юнитов под наварплю без грейдов. Ну а как без грейдов-то биться? Без грейдов невозможно. Пытается, конечно. Не ботал ночи. Если поипал, то ничего там нету. К сожалению. Грейдейте, Рот. Да, вместе рептилоидов. Ну, у нас хорошо, что у нас город там в среднем 75, ну, не знаю, не во всех метрах, но 75 метров над уровнем моря, над уровнем реки тоже достаточно высоко, как бы, вот. Поэтому, как бы, из реки сам город затопить-то не может. Но может... Затопить просто дороги всякие. Так, секундочку. Так, а, слушай, Ботлнет, еще присутствует тут 33, спасибо тебе. Спасибо тебе большое.
Почему-то, правда, на мыло не пришло оповещение. Спасибо, в общем. Не знаю, почему не пришло. Так, ну что, адептик полетел. Иллюзия. Старгейт ставит проц. Никс раскачивает на 3 рабочих пока что больше, но меня надо сейчас трое уже рабочих, скоро опережать будет. Видит иллюзию овером. Естественно, сейчас что-нибудь закажет в ближайшем будущем. Проверяет респы, но не находит оппонента своего. Посмотрите, вот он сейчас... А, погодите. Овер поздно как-то Никс увидел, судя по всему. Так, пилончик пошел. Здесь у нас что-то линги бегают. Чего они бегают? Ниже просто контролят Минато. Находит повер у нас. Экзен. Мазеркор наконец-то доделся. И в этот раз Минато играет, кстати, не маслингов. Обратите внимание, очень интересный расклад. Редко от него вообще увидишь такой билд не маслингов. Ренжовая атака пошла, вижу 5 роучи. Видимо, это гидра будет, гидра роучи или что-то такое у нас. В это время летает, шатает. Прот с Минато еще овера королеву подрезал. Сейчас можно роуча вот такого подрезать легко достаточно. Не знаю, что-то боится Протс. КЗ. Непонятно, почему не подрезал. Ну, находит зато королев бесхозных, которых Минато ставит не под споркой. И, естественно, забирать же только на мейне вот под споркой стоит королева. Из дронов нас газ забирать, что и делает у нас Прот. Очень легко забирает все. Гидралов подрезает, ну теряет одного феникса, ну 3 гидралиска подрезал, в принципе достаточно выгодный размен. Самое интересное, макро у Протса как бы есть, он 3 никсу достаточно рано ставит, гиты все открывают, все, тут и продакшн есть, но где хоть одна фаржа, почему нету фаржа, почему он вообще без грейдов играет, он что, прикалывается что ли? Вообще грейды не делает, второй робо вот пошло. Хотя бы атаку по одну бы делал, и то бы хорошо бы было.
Так. Приходит Минатич с Гидрой, пытается продавить, не получается. Не, этот Протс, он как бы... У него даже фаржа есть, он принципиален просто. Зачем грейды делать, все равно имба как бы... Я не понял, как бы, если честно... Кто имба? Протс или Зэк? То есть, вроде как, грейды-то надо делать. 6 чешнучков, да, вар 152, 169, даже 8. 4 архона сливаются. Так, еще один архон пошел, еще два. И может... Опа! Атаку первую заказал. Ну все, чувствую, победа будет сейчас за Протсом, походу, не? 9 люркеров Мината делает сейчас. Ставит пятую хату. Крипа достаточно много. Причем криптумору по одному всего лишь вперед двигается. Спалил сейчас фениксами, что ли, ура, морфится Протс. У Минат еще две ренжовых атаки, 1-1 милишные пошли. Так, зилков здесь Минат легко забрал, 28-го день операция, но... Че говорить-то тут... Готовься, не нервничай. Не прыгай из окна. Ничего такого не делай. Надо сделать операцию. Ну что, копается Люра. Мината убивает. Просто на оклике дерется сейчас. И, конечно же, Люра здесь все просто расшатывает вам, покидает игру Протс. Ну, тут ничего не поделаешь, Мината убил. Привет, Хара Мамбарум. На Твиче, привет всем на Твиче. Нет, почему? Наши бьются, еще самое начало только ВЦС у нас. А что у нас Стрэндж? В своей игре Стрэндж у нас. Чизлекс. Я не знаю, кто такой Чизлекс, но Стрэндж бьется с ним. Давайте сетку смотреть вместе, похоже. Так, Стрэндж Чизлекс. Димуслим ждет. Здесь бьются Жулиан с Матизом. Гуру сверху. Ну, Стрэндж следующую с Гуру будет играть, если победит. Я бы со Стрэнджа подождал, потому что в прошлый раз он от Гуру как раз-таки и вылетел. А в этот раз что будет, непонятно. Браток с Фейс 656. Каз бьется. Зимага Хина СС проиграл. Вылетел. К сожалению, Ваня. Так, Ваня ждет. По Ваню посеяли. Ну и Блай тут еще ждет пока. Короче, и мы ждем тогда. Что говорить-то? Я не знаю, кого ждать, правда. Стрэндж только в игре.
Так, Стрэндж вне игры. Ну что же, Стрэнджу. Так, Стрэнджу удачи желаю. Так, Блайс Арктур. Ну, Арктур, кстати, неплохой тиран, но я к Стрэнджу уже ворвался, ребят, с Чизлэкс. Вот, разорваться, к сожалению, не могу на тысячу частей. Тысяча чертей, я не могу разорваться на тысячу частей. А, погодите, Арктур. А, Арктур уже победил. Блин, ну попробуем, сейчас здесь одна игра, попробую там Глая ворваться. Сейчас дальше попроще будет. Просто Стрэндж, я почему врываюсь еще? Потому что там гуру дальше. Я думаю, что Сиглейв гуру вот этого игрока быстро одолеет. И... и как бы надо туда врываться будет. Что, смотрим, что здесь происходит. Интересная карта у нас выпадает сейчас. Станция Дасан. Зерк через пул первый играет. А здесь у нас что? Здесь ХЗ вообще. Я не понял, про какую-то картинку говоришь. Гаулин Кап и т.д. Ваня оппонента далее. Поздравляю Ваню. Надеюсь, что он справится с ним. Здесь адептик первый готов, и сталкер будет сразу же. Адептом Стрэндж идет вперед. Блин, какая скорость у адепта, как ее посмотреть? В цифрах просто интересно. Заходит Стрэндж адептом. Посмотрите, на второй базе здесь лейер делается уже. То есть это какая-то агрессия. Ходит Урсадон тут. Захватить бы братана, как в компании, да? Он там всех потоптал бы. Но Стрэндж находит лейер сейчас, и это самое главное. Посмотрите, все, что он хотел узнать, он уходит сразу же домой. Как он к нему будет готовиться, хорошего. А, здесь вот стеночка пошла. Ну все, на этой карте, да, здесь стенка абсолютно необходима. Выходить-то надо на базу вот на эту сторону, на вторую. На третью, точнее. Но здесь поудобнее стоять, кстати говоря. Готов и Мазеркор. Полный блок вообще происходит. Неспроста здесь был лэр. Что будет делать зерк?
не Нидус посмотреть. Он понял, что Стрэндж увидел. Он понял, что Стрэндж понял и ничего не делает. В итоге Гидроден я вижу сейчас. Это либо быстрая люра достаточно таки, но если он хотел вообще быстро, почему-то втыкал-то сейчас тупил так долго. Уже секунду, уже Гидроден должен был быть готов к этому моменту. Либо это гидра какая-то, прессинг, я не знаю. Так, у Стрэнджа блинк делается, робот скрывает. Так, проверяет везде, что творится. Стенка жирная такая, со всеми жирными зданиями, и выбивать нечего, лучше с пилоном делать что-то. Выбить на всякий случай можно было. Видит Зерк, что Робо Стрэндж делает. Да, Люркерден пошел. Линга Люра здесь будет. Ну, против блинк сталкеров работает это вполне, но 86 секунд надо подождать. Так, 121 секунду блинк делается. 86 секунд, надо подождать, и Стрэндж за это время выход сможет сделать, как мне кажется. Гуру уже выиграл. Тем более, если Гуру уже выиграл, тогда обязательно надо здесь находиться, чтобы посмотреть Гуру Стрэндж. Это такой хороший матч очень будет. В прошлый раз, вчера Стрэндж отлетел от Гуру, может, сегодня одолеет. Если Стрэндж не пройдет в сетку следующую, то я не знаю, у кого шанс вообще есть. Так, Индус пошел. Нидус он же. Третий нету. А куда Нидус будет? Сюда вот, видимо, Нидус и Слоуграунда Лерой будет пытаться запрессовать у нас сверх. Стрэндж добавляет плюс гейту, плюс Руба Бэй добавляет, понимает, что опасно, дестабилизаторы могут понадобиться. Фотоночками везде обносится. Чи не везде, на второй базе. В это время призма залетает, и куда она залетает? Вот к мейну залетает она. Видит Стрэндж гидрала, вот по гидралиску он может догадаться, что здесь происходит. Но морф Люры пока не видит. Королевы хорошо встречаются. Пошел Нидус прямо на мейн. Да какой на мейн-то? Не, ну это ГГ. Надо снизу вот было развивать успех сейчас. В итоге овер минус и минус Нидус. Вообще непонятно, что Зер сделал. Скорость передвижения, я в курсе, где пишут скорость передвижения. Просто у иллюзии нету этого параметра. В обычном интерфейсе, я думаю, можно посмотреть, но не в этом. Все, пошел Нидус, выход по земле идет. Прогеймеры кроме меня. Да не, нету кроме меня прогеймеров. Один я. Царь. Так, минус Люркера Стрэндж делает. Нидус готов. Ну, рампу Зерк, естественно, сейчас бреет. Это очень опасно. Линги пытаются уйти. Лингов Стрэндж тут забирает несколько штук. В мокрое место их превращает сейчас просто. От сервера, я так понимаю, Стрэнджа нет. Хороший пилдец сейчас пошел такой. Смачненький. Хорошо, по трем Люрам прилетает сейчас. Нужно трансфьюзить, что Зерк, соответственно, и делает сейчас. Еще прилетает по люре, еще трансьюзы идут, но сейчас на прилетает уже много. Еще один дестабилизатор, а не обсервер, дестабилизатор строится. Стрэндж восстанавливает кибернетку, восстанавливает гиты. Так, залп королеву попадает Стрэндж. И не только в королев. Филды пошли неплохие. Еще двух королев забирать. Здесь надо разблинкнуться от люры. Стрэнджик, что ты делаешь-то сейчас? Много демона что-то Стрэндж получал своими юнитами. Пилона почти минуснул люркера, но не минуснул все-таки. Два люркера уже крабам вкапывают сюда. Зал по трем. Здесь идет минус один люркер, минус гидрал. Другой демонжиной очень сильно. Пару гидралов Стрэндж подрезает. Почему не королев подрезает, а гидралиску? 80 на 95 по лимиту. Вообще разорвало гидру всю к чертям собачьим сейчас. Дестабилизаторы есть, еще Стрэндж пытается королев отогнать. Да, вард сталкеров идет на гиты открывать, ресурсов просто миллиард, пилонов не хватает.
несколько пилонов надо на второй Стрэнджику напилить. Пилоны Стрэнджик не запиливает. Люркера одного еще минус. Ну, здесь королевы вне рейнджа люры оказываются. Заходит в итоге Стрэндж у нас с толкерами к люркерам. Уворачивается от залпов, в общем-то, люркеров. Еще один залп дестабилизатора. Мне кажется, Стрэндж отбивается понемножечку, по чуть-чуть здесь. Сентри хоть и убивает зерк, но от этого толку мало. Люркеры все минус, 78, 55 по лимиту. Здесь еще призма есть, которую Стрэндж забыл. Ну, он может про нее резко вспомнить сейчас. Какой 1.79 адепт спит еще? Ну, адепта 3.5 скорость, я смотрел. Сколько у иллюзий? Там около 5, наверное, скорость где-то так. Так, шпилечек сейчас будет готов. Нет, здесь Стрэндж что-то прогорел. Стрэндж, что ты делаешь-то? Уходит несколькими сталкерами, отступает под дестабилизаторов, но по лингам, я напомню, попасть это просто, ну, нереальная какая-то тема. 13 муталисков, между прочим, заказано, а Стрэндж втянет вообще этих муталисков? Почему у него есть-то вообще? 15 сталкеров, не, ну 15 сталкеров есть, и плюс один есть. Здесь на третий три фотонки ставятся. Есть Guardian Shield, поэтому хз. Сейчас увидит еще Стрэндж на третьей базе призмы спалит мутку, потому что он зерк явно будет выбивать сейчас призму. Да, выбивает призму. Стрэндж уже рабочих переводит, смотрю, начинает третью добывать очень неплохо. Нужно пробовать еще парочку направить, кроме стоят, ничего не делают. Мейн почти кончился, вторая почти кончилась. Плюс два необходимо заказать также. Но Стрэндж решил, что два сторонита для надежности он закажет для начала. Так, дизерк прилетает на вторую в карман. Медленная реакция сталкера этого, естественно, надо было отблинкнуть. Здесь на медленный пилон варп. Ошибка, надо вот на вот гейты варпить. Либо пилон ближе к нексу ставить. Здесь еще четвертая фотонка, еще один пилон. Здесь еще по одному запилищу, такой полукруглый был, плюс уверчажа. Так, врывается тут товарищ Чизлекс, начинает шатать Стрэндж, но выставлен уверчаш и не зашатал, естественно. В это время зелки сверху заходят, принимают бой с лингами. Пользователю папки спроси, активировал премиум на ваш канал. Да, зелки с плюс один, но лингов слишком много было у папки спроси. Двойник на имя у вас. Товарищи, Урсадон тут по рампе ходит. Первый премиум за сегодня. Нифига себе, стрим уже идет с 12 часов, 8 часов. Что-то, ребят, вы забываете, потому что надо отключать отблок и подписываться на премиумы. Ну и поддерживать мой канал, естественно, по реквизитам в описании или через плеер. Ну а здесь муточкой пытается зарп пошатать, муты все больше и больше. Но фениксов Стрэндж не забывает подстраивать. Уже три есть, надо, правда, походу фридбикон ему строить, чтобы получилось отбиваться нормально. Так, здесь убивает пилон. Сталкеры блинкаются вниз, Стрэндж еще у них фениксами прикрывает, точнее, с хайграунда прилетел сверху, да. Гвардиан рублен. Еще сталкеров блинкает вниз, 4-115 по лимиту, зерк впереди очень сильно сейчас оказывается. По сравнению со Стрэнджем. Так, ну фениксов вообще отдавать сейчас нельзя ни в коем случае. Фениксов уже 6 штук. Гвардиан шил плюс сталкеры здесь бой принимает. И зерк ошибку совершает, что на гвардиан напоролся сейчас. По земле он ничего не может сделать. Пользователь Зига зерк активировал премиум на ваш канал. И по воздуху, соответственно, тоже. Правда, занял четвертую уже базу и... И что? Зига зерк, тоже спасибо. Браток канадцев пробрел, но я не удивлен, браток обязан был выигрывать там. Плюс еще пара пищевичков, товар пойдет Стрэндж в атаку, то пока не спешит. Равух восстанавливаю, тут на мейне кончилась добыча полностью, здесь еще вообще смешное количество, но есть минералов. Здесь пробки переводятся на третью, сейчас хоть третья нормально качать начнет.
Заходит Стрэндж. По лингам залп, как я и говорил, дестабилизаторы против лингов, оружие так себе. В итоге окружает лингами, вообще зерк здесь просто Стрэнджа вообще жестко, очень. Колосс, дестабилизатор стреляет, но куда-то не туда. Колоссы падают, все падает, но караптеры не стреляют по земле, друган. Чем ты будешь архонов убивать, чем ты все это дело будешь убивать? Еще два архончика варпятся, у Стрэнджа вторая атака есть уже. Стрэндж золото пытается занять, сейчас понимая, что маловато как-то у него здесь ресурсов. Идет на мейн, понимая, что у зерга на самом деле юнитов не так уж много, но чего он туда-сюда ходит? Добей ты уже, успокой ты его. Чуть по себе сейчас не попал. Еще два архончика, 5 сейчас будет. Еще Warcraft давайте мне купишь. Не, зачем мне второй Warcraft? Я и в этот сыграл 100 игр, да и все. ГГ, это еще зерк. Наконец-то Стрэндж дожал. И сейчас гуру, судя по всему, будет. 2.25 у адепта, 3.75 у иллюзии. Это хоцовские цифры. В Лотве какие-то другие, но их можно перевести, я так понимаю. Потому что я видел 3.5, но если 2.25, 3.5, то можно высчитать сколько-то 3.75, но я не буду этого делать. Потому что такие цифры надо, не, ну можно и в голове посчитать. Но... Заморачиваться тут нет смысла. Все, да, Стрэндж будет с гуру сейчас биться. Это ключевой для него матч, я так полагаю. Если он выиграет гуру, то там Memory Freak, это, кстати, тоже наш игрок, забыл я, как Friend, это Friend, украинский игрок, зерк. Стрэндж выиграет гуру, там Димуслим, Memory Freak, вот как раз таки и другие игроки. Где грейт на щиты? Не забыл, фарже грейт на щиты, а где еще грейт на щиты? Так, твич идет, все идет. Все вроде как работает.
Сохраняются ли прошлые мои трансляции на Твиче? Я, честно говоря, не знаю. Думаю, что могут и сохраняться. Так, Минато убил мини-рейзера, царь. Будет биться с Папи Джо. Кстати, Минато осталась-то фигня. У Минато Папи Джо и Найтенд фактически. То есть у Минато сетка до проходки вообще уже вот он так должен проходить сейчас реально. Все, игра начинается. Поехали, Стрэндж против Гуру. У нас здесь решится вопрос, кто крутой и кто достоин пройти дальше. Вот. А, почему мои прошлые трансляции здесь не сохраняются? Я хз, почему? У меня нету премиума даже на Твиче, и там только Сорс у меня качество, соответственно. Опять станция Досанту. То бишь, ну, он не настроен, как бы, этот второстепенный канал для стрима, я не особо заморачиваюсь. А так, записи есть на ГГ-плеере и на... группа ВКонтакте. Так. Так что канал скидываю свой. Рекламирую. Ну все, Стрэндж Гуру убьется. Золото от Гуру, посмотрите, пошло 6 лингов. Линги без мува, между прочим. Стрэндж и кибернетка, но нужно влочить обязательно сейчас рампу. И Стрэндж, я думаю, прекрасно это понимает, что тайминг лингов хороший. Нужно ставить обязательно сюда пилон. Или Стрэндж не собирается сюда пилон ставить. Я вот что-то понять не могу, а как он собирается блокануть-то лингов этих? Нет, все-таки пилончик ставит Стрэндж. Пробка уходит сейчас, нужно еще несколько пробочек взять. Еще пробочка заказана, отменяется. Все, зелок встал на рампу сюда. Все, нормально, отбился. Хорош, возвращай рабочий-то на добычу. Стрэндж, что ж ты купишь-то? Гуру разводит. Это сейчас дешево Стрэнджа. Еще рабочих вынужден Стрэндж срывать туда-сюда. Зелку даже ХП не снял. Сейчас он поля восстанавливает и заново будет успешно бить кабину всем этим лингам. Сбивает Гуру восстановление полей, но ценой линга одного. Порубил Стрэндж. Ну и в итоге, кстати, Гуру-то в плюсе. То есть Нексус здесь не заказан. По рабам, да, Гуру стоит, но у него золото сейчас закачает просто жестко. Привет, MC Creature, GPS 31337. Донат алерт не, ну, особо не нужен. Так как на ГГ-плеере есть мужик. Для доната есть реквизиты. Саму надо, чтобы кто-то говорил, то через ГГ-плеер присылает. Пришел адептик Стрэнджа на мейн, что он убил. Он... Так, два дрона, но это адепт ли убил вообще? Наверное, адепт. Здесь уже злот добывается по добыче 900 на 1200 в пользу зерга, соответственно. Но, не роуч ворона, ничего другого я еще пока не вижу у Гуру. Уж как он собирается тут дальше действовать, пока загадка лично для меня. Может, кто-то знает, конечно, зная у игры, зная билды на этой карте. Вот роуч ворон пошел. И третью хатку собирается, видимо, Гуру поставить, перспективы. У Стрэнджа Твайлайт делается, я вижу. Где он Твайлайт? Вот он на рампе здесь, он в застройке, как обычно. Как погодка у нас сегодня, гроза была жесткая, затопила все, как бы по традиции. Вот, видел там что-то в Ростове недавно, еще где-то. Теперь у нас, ну, не так жестко, как бы. Вот. Но подтопило. Twilight Robo от Стрэнджа. Заказана скорость таки адептом. Здесь контролит все Стрэндж. И сталкер поздно вышел, блин. Где он был до этого? Где? В бараке сидел, пока строился.
Вот здесь еще один овер летит. Ну, Стрэнджу страшно или не страшно Стрэнджу вниз идти? Нет, не идет он этого овера убивать, боится сталкера потерять. Ну, правильно действует надежно. Здесь хоть линги и без мува, Стрэндж об этом никакой информации абсолютно не имеет. Начал Нексус раскачивать. Парабам отстает по всему, отстает сейчас по всем параметрам. Ну и Гуру сейчас просто роучи добавляет от агрессии адепта в ближайшем будущем. Так. На ГГ много всяких видео, но мои с авиацией, ну иногда Кондрюха выкладывает не с авиацией, но помню в скобочках везде написано обычно. Вот. Так, идет Гуру вперед с треводжерами. Стрэндж это видит прекрасно. Нужен оверчар сейчас срочно. Будет на призму сейчас какой-то контроль. Ну ё-моё, Стрэндж, подведи сейчас, он два фаербола сюда даст, минус два сталкера сейчас сразу будет. Пытается выбить кибернетку Гуру здесь в наглую. Ну, тут наглость не проходит. Стрэндж подрезает двух реведжеров сейчас. 8 еще Гуру юнитов строит. Стрэндж кибернетку восстанавливает. Ну как восстанавливает? Он строит новую сейчас. Но нужна ли ему вообще новая кибернетка? Так, адептик проходит на муви. Стрэндж, что творишь? Он в призму что ли хотел сесть? Я вообще не понимаю, что Стрэндж хотел этим адептом сделать. Да, варп на мейн, множество адептов идет сейчас со стороны Стрэнджа. Призму нужно уводить сейчас срочно. И Стрэндж не уводит. Да что за ошибки-то ужасные такие, Стрэнджик. Ну как так? Мы ж переживаем за тебя, блин. Стрэндж приходит, харасит здесь рабу. Ну или по лимиту, как печаль, у Стрэнджа вообще жесткая сейчас. Рабов очень жестко забомбил. Может, имеет смысл построить... А, ну здесь лейер уже есть. Может, имеет смысл построить Dark Shrines, хотел я сказать. Ну, лейер-то есть уже, во-первых. Во-вторых, посмотрите на лимиты. По лимитам просто катастрофа. Стрэндж вместо того, чтобы готовиться к продолжению Улына... Пользователь Титран активировал премиум на ваш канал. Стрэндж просто настроил сейчас хрен пойми что вообще. Так, пробивается проходка. Ну, еще один оверчаш выставляется от Гуру. Фаербулы по сталкерам. Шли, нужен филд. Филд пошел. Отгоняет Стрэндж у Дикагуру. По экономике Стрэндж неплохо сейчас держится. Нужно восстанавливать здесь. Так, пилоны Стрэндж восстанавливает. Нужно что-то еще здесь ставить. Ну не надо в кучу здания ставить. Против фаерболов это дико решает. Обсервера у Стрэнджа, вот он висит. Обсервер нужно привести сейчас и срочным образом выбить весь этот крип, который прямо под мейном Стрэнджа вообще находится. На Нексус пока Стрэндж не спешит выходить, у него вообще не пробитый здесь проход. Спасибо, Паларина. 5.83 у Иллюзии. Так это быстрее, чем Феникс, что ли, она летает? Так, ну вот адепт 3.5, да, вот у него скорость. Здесь это 100%. Вот я показываю. Ну, подхаразил Стрэндж несколько рабочих здесь. Да, варп еще на адептов идет. 86-115 полимет. Спускается Стрэндж вниз. Пока что стабилизировал. Ну, как стабилизировал? Там масс роуч, там много очень юнитов. Стрэндж выходит. На, надо золото занимать как можно быстрее ему. Нужно выбивать как можно дальше криптуморы отгонять. Здесь у нас спорки везде Гуру ставят. Ну, что тут три линга крестом бегают? Добейте спорочку Стрэндж, залетать призмой... Так, каждый день дождик. А у нас тоже неделя. Я смотрел прогноз просто на Есметью. Там всю неделю грозы и температура, кстати, для нашего как бы нормального региона. То есть 27-28 там в какой-то день даже будет. 26. То есть хорошая температура, но солнца нет, одни грозы как бы. 82-120. Стрэндж подхарасил. Да, убил там рабочую Гуру. Но, смотрите, какой лимит у Стрэнджа провальный. 82 на 123. Что он с таким лимитом сможет сделать? Для меня загадка вообще. Гуру выдвигается вперед. Еще там 7 муталисков троится. Да, здесь пилоны под уверчажа. Ну вот надо где ловить в этом проходе его, блин. А Стрэндж не ловит.
Буру идет вперед. Пошел филдец. Раз. Фаербол сейчас Мазеркор точно терять нельзя. Ни в коем случае. Ну, Стрэндж тут пилонов еще наставил новеньких. Золото потерять ему ни в коем случае нельзя. Боевого в два раза меньше. Два Старгейта строятся сейчас. Стрэндж видел, что мутка будет. Ну, блин, это Гуру, а не тот зерк, который недавно был со Стрэнджем. Поэтому, я думаю, мутку здесь будет, ну, очень непросто Стрэнджу отбить. Но Феникс уже заказан. Нужно двумя бустить. Двумя этими бустами Старгейты сейчас Стрэнджу обязательно. Мазеркор в районе мейна. Здесь золото начало добываться неплохо. Так, адепты на второй пришли в Гуру. Карманчик сейчас 107, так, по лимиту Стрэндж неплохо харасит рабов, замечательно. Рабы падают очень быстро. Сколько рабов Стрэндж там захарасил. Мутку встречает, принимает. Да, варп сталкеров пошел 117 на 156, Стрэндж-то вытаскивает по чуть-чуть, но вытаскивает эту игру. Фениксов уж как можно больше, плюс один, ну Стрэндж сейчас будет готов. Одного муталиска забирает сейчас, ну не надо переблинкивать столько за минеральную линию, пожалуйста. Вот. Это будет ошибка. Мазеркор на мейне есть, уверчажа, поэтому есть Стрэндж, подблинкивается на мейн. Нужно муталисков отгонять здесь. Две фотонки есть, здесь все прикрыто вроде как у Стрэнджа. Еще одного муталиска забирает, все четко Стрэндж делает. 121, 170 по лимиту. Караптор 4 пошли. А что караптор-то? Здесь куда Стрэндж ушел? Тут на золоте ничего нету, сейчас Гуру прилетит, но он же не... Нет, Гуру не прилетает никуда. Призма все еще летает, Стрэндж... Раскладывает призму, Гуру мимо пролетает, видит Стрэндж, хорошо, что успел отменить, иначе все бы эти юниты погибли, это было печаль бы полная. Поэтому Стрэндж варпит еще 7 сталкеров и собирается выход сделать, насколько я вижу. Все правильно Стрэндж делает, сейчас 84, 110 по лимиту, плюс 2 заказа. По гритам, конечно, печаль полная, было бы это все с плюс 2 бы еще бы, у Стрэндж-то а другое дело. Муталисков сколько? Ой-ой-ой, 20 муталисков. Все еще масит и масит мутку Гуру. Стрэндж залетает сверху. Что? Куда он полетел? Через крип. Здесь все видно. А Гуру сейчас в размен полетит просто мутка и все. Че вот Стрэндж? Сейчас опасные игры играет Стрэндж, я вам скажу. Подрезает крип, идет вперед на Гуру. Кстати, Гуру воздушного лимита очень много. Муталиски здесь рядом, Стрэндж видит прекрасно, нужен варп еще. Иммортлы здесь, ну иммортлы погригодят, 159, 100, 200 по лимиту в пользу Стрэнджа. Идет вперед, филды могут кончиться, но вообще Стрэндж в этом пространстве, я думаю, разместит Гуру и очень даже неплохо. Прилетает призма, еще сталкеры варпятся, ведь сталкеры с Стрэнджом, с хорошим. Муталиски здесь не подрешают, пошел в замес сейчас. По фаербольчикам Стрэндж тут походил, погулял по парочке сейчас. Принимает бой. 170 на 192, нужно пару сентрей бы еще Стрэнджику сейчас сюда впилить. Фаерболов пытается Гуру больше отстроить, то есть реводжеров соответственно, но очевидно о чем я говорю здесь, я думаю. Еще сентрей пошли, отходит Стрэндж, надо немножечко фаерболы новые падают, ну Стрэндж, ну не попадайте на фаерболы эти, блин. Плюс 2 через 10 секунд примерно будет готов, Стрэндж под фаерболами гуляет, как будто так и надо. Пытается ступить, призму сейчас заберет Гуру, призму забрать не смог Гуру. Хорошо, Стрэндж шел, два Эмортла, здесь третий уже сейчас будет Эмортл. А, четвертый, это уже четвертый Эмортл, я даже прошу прощения. Муталисков 16, меньше становится популяция этого юнита противного, который напрягает постоянно. Мазеркор здесь оверчажи выставляются, 4 оверчажа, хорошо, на мэйне шпарят вообще. Муталиски под ударом, оказывается, в это время Стрэндж принимает бой с Гуру в этом проходе узком. Есть филд-то вообще? Филда не вижу. Но Гуру разваливается 149 на 180 по лимиту. Здесь и Гуру зашатал фотонки, муталиски не могут выбить карапторов. Ошибка от Стрэнджа. В это время контр-рулив адептами идет. Адепты подрезают плетку, адепты подрезают лингов. Но гидра уже вышла. Муталисков никак не убить. Стрэнджу здесь Мазеркор все уверчажи выставил. В это время Стрэндж бьется. Может имеет смысл агрессивно блинкануться. Нет, Стрэндж не блинкается, агрессивно уходит. От фаерболов молодец, ушел стоит. Нет, это похоже минус Стрэндж. 109, 176, агрессивный блин вперед. Гидры много, юнитов много здесь у Гуру. Ну, 73-88 по боевому, кстати, Стрэндж боевой, хороший лимит, Гуру пытается люркера, да заказать люркера надо сфокусить сразу же, Стрэндж, блинкайся агрессивно, люркера фокусить надо. Фокусил поздновато, Стрэндж зафокусил люркера, 75-131 по лимиту, Стрэндж бьется очень неплохо, здесь иммортлы в миксе, причем часть боевого-то лимита это карапторы, которые вообще здесь ничего сделать не могут. Муталиски на мейн летают, пытаются захарасить золото. Стрэндж на золоте сейчас отобьется сталкерами и нужно продолжать шатать сейчас обязательно.
Под блинк золото отбил. Иди вперед, Стрэндж. 80, 115, 59, 46. Боевого больше. Вот тебе дела, вот тебе переворотик-то. Куда Стрэндж ушел? Почему Стрэндж ушел? Зачем Стрэндж ушел? Надо восстановить на золоте, на второй, на третьей базе добычу. Так, одного муталиска убил. Призма есть. Арт-сервер есть. Стрэндж что-то сидит. Сейчас люры будет масло. Не знаю. Меня сейчас припекет просто, Стрэндж. А, можно сменить направление удара. Да, так оно и есть. Но призму надо забрать сейчас срочно. И сменить тоже движение. Или варпить на нее. Я даже не знаю, что делать-то там с этой призмой. Так, до варпа адептов идет. Нужно врыв на эту базу устроить. Там много реально рабов остается. Очень много. Муталиски пытаются найти. Адептов найти. Стрэндж, адептов, иллюзию пусти. Иллюзию пусти. Стрэндж заходит. Золото, так, не золото, адепты врываются, и три штуки, правда, все врываются почему-то. Заходит Стрэндж на новейшую базу, гуру, новейшую. Сталкеры все здесь, люра копается. В это время адепты пришли, развалили дронов. Гуру масит мутку сейчас. Ну, вот Стрэндж бегает сюда. Ну, вот Стрэндж, вместо того, чтобы здесь добить, Стрэндж куда-то ушел, непонятно вообще, куда он ушел. И отпускает игру просто. Лимита уже больше, все больше. Довар с призмы идет. Да какие там доварпы на призму? Какие разводы-то, блин? Здесь надо в лоб убить уже. Давным-давно его, блин, было. Ну, где? Не, бессмысленно сейчас, блин, как-то сюда на легкий просто стрельнуть. Одного сталкера переблинкивает, Стрэндж. Двух сталкеров переблинкивает, Стрэндж. Добыча вроде как есть. Пытается гуру вперед выйти. Мутки очень много. Филды на люркеров. Нужно смещаться. Муталис побежал. Досиделся. Такую игру упустил. Просто такая. Такой бы камбэк бы был крутой. Просто от Стрэнджа. Это вообще сейчас жесть бы была бы. Как все четко было происходило, но... К сожалению, чуточек не хватило. Чуточек совсем не хватило. Очень обидно. Мне даже, наверное... Не, ну, Стрэндж, понятно, что обидно. Мне вообще дико обидно сейчас просто за происходящее. Ну, Стрэндж ведь не знал, какая ситуация. Прироста, наверное, боялся. То есть, вместо того, чтобы просто в лоб убить гуру, там было два люркера. Все, там вот эти люркеры только и были. Больше ничего не было вообще. Печаль, печаль.
Ну дал Стрэнджу слишком много у гуру рабов было, я вот смотрю, то есть дал экономике немножечко покачать, вот. И все, в итоге ничего не смог сделать, к сожалению, так как он намасил муту и все в прикрытие к этой люре. Каз тащит. Ну пусть тащат все. Оп, каз, да, смотрю. Каз прошел два тура, правда, какие-то игроки. Ну, лимит какой-то фаеркика зашатал. У каза есть шанс его шатнуть, кстати говоря, сейчас. И браток там жил. И Блай Арктура убил 2-0. И Рудеми убил Ламбо. Короче, Блаю надо проходить. Для Стрэнджа тяжелые времена, очень тяжелые наступает. Станция Король Сижон. Карта, я бы сказал, не лучшая для Протуса против Зерга. Блин, как Стрэндж мог выиграть? Какая игра там близкая была, вот эта прошлая, конечно. Это просто что-то. Ну что, ребят, Блай DMC, какой DMC, погодите, это что, DMC, что ли, профессор Сет, это DMC, что ли, чуть не понял, наш DMC Протс. Прибегают два линга сейчас от гуру. Заходит на ХГ, но ничего там не увидит. Стрэндж минуснул лингов. Молодец, контролил четко сейчас. Пилончик сейчас, кстати, ничего не закрывает. Здесь жирнейший проход вообще на самом деле. То есть нужно быть предельно аккуратным Стрэнджу. Пытается Стрэндж овера добить сейчас, но нет, здесь не добить овера.
Так, пробочка приходит. Зачем пробка сюда вышла? Это косяки от Стрэнджа. Точки сбора нужно поставить нормально. Нет, никого бы я не ушатал. Смотрите мое FP. Я сейчас частенько стал играть. Вот сегодня. Перед час, перед Старлигой, час после, и 3 часа после поиграл, но играл сегодня абсолютно мертвый, чуть из ГМЛ не вылетел. В конце там отскочил, игры 3-4 выиграл, да, это, наверное, штук 10 подряд проиграл. Так, Роуч Ворону Гуру, у Стрэнджа 3 гейта, плюс Оракул сейчас делается, Гуру спорок пока, они ставят, смотрите, тайминговую спорку, на второй только ставят, а на мэйне не ставят, нужно как-то овера бы принять Стрэнджу. Все, Оракул летит вперед, Гуру везде спорки. Ставит 4-ю хату, Гуру уже ставит. У Стрэнджа 3-й Нексус есть. И так, выводится Мазеркор. Ну, 3 дрона подрезал ценой ХП Оракула значительного количества. 2 роуч плюс Лингиш строится, лейер делается. Здесь Стрэндж 3-й займет Нексус, это видно. Летает Оракул, пытается Стрэндж залететь, где вы тут? Еще одного дрона подрезает, Оракула не прокакай. Гуру, кстати, мискликнул, мог убить Оракула. Сейчас Оракула Стрэндж не потерял. Здесь Линги забегают, все в порядке. Устанавливает, выставляет Стрэндж уверчаж. Здесь на рампе Сентри, Сталкер, Зилок. Перевод Стрэнджа Буф, Роба, он плюс 1. Ну, пока у Стрэнджа все хорошо, экономика хорошая, лимит был хороший. Во что собирается Гуру играть, для меня пока загадка. Я не понимаю, что он собирается делать. Вижу ковать, но Линга Гидра Беллинги, наверное, просто Роуч Ворон перестраховочный был, побоялся адепт прессинга. Другого у меня объяснения происходящему нет. Здесь стеночка на 3-й пошла, неплохая. На 2-й зелочек стоит в стенке. Роба достраивает Стрэнджа, будет ли Фризму, будет ли Стрэндж харасить или Имморталов он сейчас будет добавлять. А в сервер Фризму у Стрэнджа вот так вот. Так, на 4-й хатке тут. Добыча идет, муфроучим, кого делается. Ну что, 9 гейтов у Стрэнджа. Кажется, будет выход, кажется, будет прессинг со стороны Стрэнджа. Фаерболы тут сам по себе Гуру кидает. У Оракула купил 6 юнитов, нащелкал. Все, блин, почти готов, плюс 2 доделывается. Гидроден сразу же в люркер, да, ну, Стрэндж, ну, сделай же ты... погодите, Стрэндж вот сюда пойдет? Интересно, куда он пойдет? Ну, здесь очень узкий проход, Стрэндж не эксперт еще по узким проходам пока, не как Блайт там, я не знаю. Так, Реводжеры идут вперед, Стрэндж их видит, филдами 4 зажимает, Реводжеры сейчас, ну от фаерболов увернись, уворачивает, все, минус 4 Реводжера. Давар Сталкеров идет 132, 147 по лимиту, все, нужно на 4-ю смещаться базу сейчас Стрэнджу, что он, собственно говоря, и делает вполне успешно. Гуру готовит засадный полк, сзади в тыл собирается врываться к Гуру, к Стрэнджу. Здесь падают две королевы, падает все. Сзади линги заходят, Стрэндж это прекрасно видит, нужно отступить, мышка под задних лингов сейчас. Отступил, отогнал, пока плюс 2 доделываются, филды от Стрэнджа просто замечательные, 148, 164 по лимиту, да, призму сложил, переразложить в другом мячко направлении, почему? Да потому что
Здесь иначе будет она под ударом фаерболов находиться. Все, линги все уничтожены практически. И нужно дожимать эти лимит равный. Нужно четвертую убивать. Стрэнджу нужно побеждать здесь и сейчас. Иначе беда, иначе провал. В чем этот провал заключается? В том, что гуру сейчас люры наделает. И все, уже не продавить будет Стрэнджу здесь ничего. Так, филдов ряд еще пошел. Стрэндж отходит от фаерболов. Филды еще ставятся. Роучи там тупит вообще жестко. Никуда не идут. Ну, фаерболов долго, а Стрэндж от фаерболов уворачивает. 12 гидралисков выходит новейших сейчас. Они могут помочь в бою, они могут Люрой стать. Я не знаю, что там будет делать гуру. Еще 3 сентри варпит Стрэндж. Нужно жать, нужно давить. Оракул есть, ревелейшна нет. Неужели Стрэндж не додавит сейчас? Стрэндж не додавит, то это все. Скорее всего, эта игра проиграна будет. Против Люры у Стрэнджа просто нет ничего. И Стрэндж не додавливает. Вот он, второй робот. Он уже понял, что не додавит. Ладно, еще рано. Нет, Стрэндж вовремя понял, отступает, плюс 3 делает. Но вот таким миксом против Люры драться, я уже говорил, полный провал, призму Стрэндж спаси. Вот же она стоит, Стрэндж не видит призму. Все, заметил, слав гуру, гуру затупил здесь. Так, пытается Стрэндж овера подбрить, ничего не получается здесь с овером сделать. Призма залетает, можно... А вон гуру идет, посмотрите, с какого направления. Стрэндж здесь красфотонок запиливает. Да, Стрэндж понял, с какой стороны этого чертягу ждать. Здесь врыв адептами надо устраивать. Скорейшим образом врывайся же, Стрэндж. 4 загружаются, остальные телепортируются. Здесь линги реведжеры шатаются. Адепт пытается гуру подрезать. Надо ли телепортироваться, Стрэндж телепортируется. Но вот эти расходования адептов лишние сейчас. Здесь великолепно стоят, но линги рядом, все здесь рядом. Здесь Стрэндж приходит, спалил гуру, отогнал, 159-191 по лимиту, по 2 дестабилизатора уже строит Стрэндж. Нужно подумать бы о четвертом Нексусе, и Стрэндж, думая о четвертом Нексусе, заказывает здесь газ. Ну, здесь дестабилизаторы есть, сюда не надо Стрэнджу далеко отходить назад. Пытается гуру пошатать, здесь стазисная ловушка для перестраховки еще от Стрэнджа. Врывается гуру лингами, реведжерами, филды от Стрэнджа просто отстрочил 4 великолепных филда. Где дестабилизаторы все? Мать их за ногу. Вот они, дестабилизаторы, приходят, залпы пошли со стороны Стрэнджа, хорошо фаршировануло тут. Нескольких юнитов, по лимиту сразу сравнялся, в это время замес идет в основном направлении. 153-153 по лимиту, Стрэндж сразу фотонки восстанавливает, плюс 3 будет сейчас готово. По грейдам у Стрэнджа ситуация приемлемая, 3 атаки это хорошие грейды в данной ситуации. Нужно Нексу срочно, 2К ресурсов, 2К. Пошли еще пилончики. По 2 колосса Стрэндж строит. Колоссы меня радуют. Радуют глаз мой. Сейчас колоссы. Армор сразу заказывает. Все очень четко делает Стрэндж. Собрано сегодня играет, видно. Ну как Стрэндж не собрано играл, я такого вообще не припоминаю. Дестабилизаторов 6. Как-то вот дестабилизаторами много очень здесь успеет Стрэндж всеми нормально. Так, врыв опять лингами идет. Стреляй, Стрэндж, стреляй, Билли. Пошел в зал. Все фотонки облетают, Стрэндж бок уже патронов увел, чтоб не дай бог своих юнитов больше не уничтожить, чем чужих. Здесь доварптик адептов опять идет, нужно дропнуться под спорку, видимо, Стрэнджу. Четвертый Нексус занимает, убить этого наконец-таки уже овера, блин, спалил гуру, все здесь. Адепты с ХГ шатают, смотрите, рабов как шатают, неплохо. Гуру теряет рабочих много, там 9 муталисков, Стрэндж видит муталисков сейчас. В это время зашатывает лингов, забегает часть лингов на вторую базу, я так понимаю, к Стрэнджу. Стрэндж варпит зелка, здесь фотонок много, везде все наварпино. Нужно идти убивать здесь вот эту четвертую базу. Стрэндж куда-то пошел, не понять, куда ты идешь-то, Стрэндж? Что происходит-то вообще, не понимаю, куда Стрэндж идет? Убивает гуру базу, будет дальше заходить. Здесь врывается люра, у Стрэнджа 2 колосса, у Стрэнджа 2 дестабилизатора, здесь без шансов, не надо туда идти даже. И сейчас Стрэндж на вторую зайдет, на четвертую гуру идет, здесь нет ничего, никакой обороны. Стрэндж рабочих-то хоть уведи, уводит Стрэндж рабочих, молодец. Заходит на ХГ, спайер минус сразу же.
Люра приходит отбиваться, но Люра тут, я думаю, не отобьет ничего. Четвертый Нексус Стрэндж отдал, но 200 лимита у него есть, рабочие, в принципе, все выжили. Люру Гуру сплетанул, здесь максимально эффективно она дралась. Видит Стрэндж, там Люркер сверху есть, залп, давай, наверх, Стрэнджочек. Так, пошли по дестабилизаторам, дестабилизаторами, 4 Люркера сразу в минус. В расход пустил Стрэндж, можно зайти на мейн сейчас будет. Здесь база вторая падает, Гуру, кажется, отбиваться собрался. Стрэнджу бы архонов сейчас побольше бы. Так, все, выбил сейчас Стрэндж всю Люру сейчас. Гуру с двух сторон пытается зайти. Стрэнджу на ХГ бы уйти на мейн сейчас. Филды пошли, новые филды надо ставить. Гвардиан есть, нужно дестабилизаторами стрелять. По реводжерам неплохо зашло. Муталиски принимают, будет. Муталисков много у Гуру, но сталкеров у Стрэнджа тоже 16 штук, все еще живых. Уходит Стрэндж назад. Ну, кстати, мутку-то убил. Все, мутка без грейдов. Хорош Стрэндж. Красавец, 167-99, заставил попереживать. Еще и мультитаск какой демонстрирует Стрэндж одновременно. Это 1-1, ребятки. Это 1-1. Не знаю, какая там последняя карта будет, но это шанс, по крайней мере. Фу. И выход пошел. Здесь такая группировочка идет. Колдоримские пробцы. И здесь колоссы колдоримские, плюс сталкеры у нас шакуровские. Браток 1-1, а с кем там браток бьется, я чуть забыл. Все, заходит Стрэндж, здесь минус гидра, минус... Так, три гидра, хорошо, минус 10 секунд, непонятно потом. Гуру припекло у чепушка, покидает игру. Хорош! Хорош! Ждем третью решающую. Жесткий, конечно, замес в конце был. Здорово, Спайк. Здорово всем, ребят. Помните по поддержку моего канала. Игры интересные будут всегда. Так, кто бьется? Минато бьется с Нинтендом. Минато бьется.
Где Nintendo? Who is motherfucking Nintendo? Браток с ТЛО, если победит, пройдет, Фира будет биться, кстати. Опять с ТЛО. С Nintendo, с Nintendo. А, понял, с Nintendo. Под силу мне надо зашатать Nintendo. Абсолютно под силу. Стрэндж Гуру решающий. Матис с Димуслимом. Блин, у Стрэнджа... Супер напряженная сетка, гораздо более простые сетки есть. И опять главное на гуру попался, второй раз уже на гуру. Если браток с ТЛО будет играть, ну это зависит от этих игр, во-первых. Во-вторых, от ну, ТЛО может что-нибудь писать там начать, как бы. Не знаю, получится мне в игру прорваться или нет. Зомби напали. Ну что, ребят, Стрэндж против Гуру, третья решающая у нас. Променато в курсе, ребят. Все знаю, что с Найтендом бьется. 6 лингов делает гуру сейчас. Стрэндж обнаруживает третью хатку. Наконец-таки, да едь домой. Ты еще эти третья сдалась тебе. Ну, Стрэндж хочет знать все. Видит двух лингов. Видит еще лингов некоторое количество. Видит королеву минус... Так, эволюшн пошел. Передробует. Стрэндж понял, что происходит здесь. Гуру это такой чепушочек, он можно прочитать его. Но где Мазеркор? Вот Мазеркор пошел не самый ранний Мазеркор на самом деле. Ну что, овер есть? Собирается гуру дропаться. Стрэндж на патруле здесь ходит. Но без скорости, кстати, овером гуру дропаться собирается. Поэтому абсолютно у меня уверенность есть в том, что Стрэндж здесь отобьется. Ничего у гуру не получается. И у Стрэнджа начало перспективное, я бы сказал, бы здесь достаточно таких. Пилончик еще один добавляется. Все, Стрэндж все контролит. ТЛО что? Нет, ТЛО может ничего особо и не имеет, но у него прибамбливает. Он же там бойкотирует, DreamHack в Москве собирался и бойкотировал. Так, 3 плюс адепта варпится, робу у Стрэнджа делается.
Бусти 2 плюс гейта. Будет ли выход от Стрэнджа в перспективе? Да, будет выход. Мазер Корп летает, Стрэндж найти, есть ли где-то линги. Пробочку повел, третий Нексус собирает ставить. Сейчас нужно адептов спустить вниз уже. Стрэндж выходит адептиками. Пробку надо сныкать, сейчас минус пробочка будет. Адепты прорываются, кстати. Пока гуру пытается Нексус отменить, он отменил третий Нексус. Адепты под Стрэнджа проходят к нему в район второй базы сейчас. Вот урываются. Ну, здесь есть роучи. Так, видит гуру, где адепты? Видит гуру, где адепты. Аккуратнее, Стрэндж, здесь много очень юнитов. Стрэндж заходит, иллюзия пускает на мейн. Королев подрезает. Криптуморы подрезает. Будет телепортироваться. Ответ отрицательный. Стрэндж не будет телепортироваться. Зайти сюда. Здесь много дронов халявных. Стрэндж заходит. Третий Нексус запилен. Королеву зашатал уже абсолютно точно. Королеву убивает, отменяет. Адептами не телепортируется. Разводка идет что надо сейчас со стороны Стрэнджа. Призма есть. Иммортал первый заказ. На третьем Нексусе пилончики срочно Стрэнджику надо заказать бы. Адепты приходят вниз. Телепортируется у гуру, да, много очень здесь лингов находится сейчас. Нужно уйти назад срочно Стрэнджу. И он уходит назад, видит, что гуру вынудил сейчас просто дичайше вложиться в армию. И просто нужно свалить, конечно. В это время еще можно пошатать мейн прилететь. Что Стрэндж и собирается делать. Только адептов не отдай, я тебя умоляю, Стрэндж. Адептов он не отдает, три адептика на мейне. Нужно призму забрать сейчас, иллюзии. Так, телепортируется на вторую куда-то там. Тремя адептами пошатал. Только лингов-то не в фокусе. Так, куда телепортнулись? На вторую еще дрона Стрэндж. Бред 49-50. Парабам Стрэндж в плюсе. На третью не надо только заходить. Телепортируется. На третью Стрэндж будет размениваться сейчас с лингами, с гуровскими. Вот это лишнее, мне кажется, было сейчас абсолютно со стороны Стрэндж. Зачем? Насливал адептов зачем-то немерено просто. Ну и 45-52 парабам, Даркшайн плюс 1, там 12 дронов плюс, и здесь плюс 2 фотонки. Призма летает, еще 3 адепта есть. Гиты надо новые добавлять, гитов нет, иммортлов что-то Стрэндж масс-масс сейчас заказывает. Ну а что толку-то от этих иммортлов? Так, прилетают адепты. Телепортируется, и Стрэндж пытается телепортнуться, одного потерял, остальные ушли. Третий Нексус добывается, фотоночку будет здесь, Стрэнджечку одну. Но фотонок нет, гейтов новых нету. Что у гуру? 15 лингов, 6 роучи. Все, что есть, 61-57 парабам. Кажется, Стрэндж... Пока ситуация просто великолепная. Я не хочу сглазить, заслуга ли это Стрэнджа или это гуру бичуют. Я не знаю, честно говоря. Видит Стрэндж несколько роучи, видит лингов. Спускается и маме с энтрями вниз. Уверчаж бы выставить бы не помешало бы Стрэнджику. Пытается все еще разводить, что-то пробка ездит, не понять чего. Второй коготь заказан, плюс 3 дарка со стороны Стрэнджа. Где они? Вот они рядом с мейном здесь. Гуру спорки есть. Гуру есть спорки на 4, на 3 королевах. Стрэндж, не отдайся, пожалуйста, я тебя умоляю. Дарки дропаются. Королев развванивает Стрэндж вообще. Хорошо тут навалял королевам. Адепты криво куда-то там зашли. Все, Стрэнджу нужно улететь, дарками улетать. Плюс 5 гейтов заказано. Плюс 2, блинк делается. Все великолепно пока. Все пока великолепно. Нормально все, не великолепно. Не будем там великолепничать. Так, у гуру люркер Дэна нет. Меня беспокоит люра здесь. Стрэндж к люре, как и в предыдущих играх, не особо-то готов. 3 морт... А нет, 4 има уже есть. Нет, 4 има, кстати, это готовность неплохая. Здесь дарк на ксилнаге. А что ему мешает-то? Уверсир есть, Стрэндж, уходи, уверсир, ё-моё, дарком окружать гуру пытается дарка, Стрэндж уходит, молодец, ушел и слава богу, не надо лезть туда, 130-125-40 по лимиту, здесь можно с этого пилона разводик небольшой сделать, Стрэндж как раз в том направлении выдвигается, 6 часов гуру вообще не контролит сейчас. 2 плюс фотонки на мэйне, перестраховывается Стрэндж на мэйне сейчас. Гуру идет вперед, Мазеркор на третьей базе сейчас. Гуру сейчас заломится сейчас, и можно отбиться. Стрэндж, уверчажа, 3 срочно. Пошли 3 уверчажа, варпик нужно сюда делать, дарков или что-то. Стрэндж в это время ломится на третью базу, на вторую зайди. Зачем на третью-то, Стрэндж, ты идешь? Пробочек телепортнул, заходит Стрэндж на третью. Быстрее, быстрее, пожалуйста, Стрэндж, атакуй только быстрее. Сейчас он вернется на ХГ, на проход, зайди, он сейчас с двух сторон тебя зажмет. Стрэндж идет как-то криво.
Мазеркор, Чи Призма где-то вообще не понять, где находится. Третью Стрэндж Гуру отменяет, филдов просто немерено здесь. Филды пошли хорошие, Архун их давит, свой же Архун нафиг не нужен здесь. Давит филды, гаденыш. Но Эмортлов миллиард, дарки шатают, и мы разваливаем 133 на 132 по лимиту. Лимит практически одинаковый, причем большая часть у Гуру в дозаказе, если не сказать большая часть. Где Даварп-то? Где призма вообще летает? Не пойму я. Не знаю, где призма где-то сзади летает, стрэнджерская. Здесь он развалил еще много-много гуру юнитов. Здесь сталкеры идут с основного направления, пытаются стрэндж убивать. Видят юнитов гуру. Ченджлинга подрезает. Нужно отступить здесь. Нужно четвертую минуснуть как можно быстрее стрэнджу. Нексус, кстати, выжил. Даварп еще адептов идет. Четвертую стрэндж минуснуть. Сейчас гуру на двух базах останется. Но нужно Стрэнджу обязательно как-то армией этой соединиться с основной. Иначе гуру с двух сторон попытает сейчас убить. Но чем убить здесь 4 ИМА? Здесь много юнитов вообще очень. Здесь гидра. Так, первый люркер готов здесь у гуру. Даварп еще дарков идет, пара штучек. Будет архун? Да, будет архун у Стрэнджа. Отступить нужно обязательно сейчас по краешку. Навстречу вывести вот этих юнитов, конечно. Все, сейчас Стрэндж соединяется, плюс 2 есть. Поля, заказ. Здесь Дарк пытается зашатать спорку. Стрэндж не смог спорку зашатать. А, зашатал спорку, догорела спорка. Чёртова это. Выходит Стрэндж на центр, опять же. Здесь люркер готов люркера поймать. Нет, не поймал люркера. Ничего там Стрэндж не поймал. Поймал овера одного. 152-140 там с чем-то. Заказывает Робо Бэй. Стрэндж, понимаешь, с Люрой иначе не подраться никак будет. Пользователь Альфа Макс активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Альфа Макс. Адепты заходят. Опять Стрэндж адептов в отдачу ведет. Ну вот это вот что такое? Ну только на фалют. Ну это, конечно, отвлекающий маневр, но обсервера-то нет. Что толку-то от этого маневра, блин, чертова? Так, поля делаются. Будет ли Стрэндж там плюс 3 делать, я не знаю. Все, есть обсервер. Видит люркеров Стрэндж, не надо лезть только на люру, пожалуйста. Гуру еще масс люру тут дозаказывает. Только позиционно сейчас Стрэндж драться, единственный шанс. Обсервера отдал, заказывает дестабилизатора первого. Апса нужно еще одного заказать. Сталкером пошел четвертую брать, сам четвертую строит. Здесь забегание гигантское идет. Сейчас Гуру отменит базу, одну Стрэнджик. Здесь на рампе есть юниты, нужно... Так, нужно отступить. Линги врываются на вторую, на третью. Верчаш нужен. Стрэндж отступаю. Верчаш пошел. Все, гуру у него не получился. Врыв сейчас. Подблинкивается с толкерами. Пилон обязательно нужно восстановить. Стрэндж постоянно пилон на дальней базе. Тут сейчас линги могут спалить. Но два адепта плюс дарк. Два адепта плюс дарк. Все здесь вскроют, все здесь спасут. Линга в минус в итоге. Пробочкой, фотоночку и мисалом ДЗК. Здесь дарк режет дронов очень неплохо. Стрэнджа. 170 на 160 по лимиту. Один дарк отступил, ждет своей секунду для врыва. У гуру только два когти. Все, люра 0-0 грейды. Это замечательно для Стрэнджа. Нужно вывести сейчас дестабилизаторов срочно. Они очень нужны здесь в бою Стрэнджу. Он пока не делает этого. Так, видит люркеров. Надо стоять, пофиг на люркеров. Главное, чтобы его как-то не окружили, чтобы люра жесткий жах не сделала. Здесь какой-то просто разочек не ударило бы жестко. Рабов надо бы перевести. Вот на мэне перебор, вот на второй перебор. Стрэндж пока это не делает. Маслинги забегают сейчас на верхнюю, на четвертую базу. И Стрэндж не готов здесь к этому взрыву. Давар по адептиках идет. Стрэндж смещается своими юнитами сюда. Давар в двух центре идет. Зачем центрить-то Стрэнджу? Хотел филдами, видимо, Нексус защитить, но Нексус не защитил. Гуру на халяву его убивает. Абсолютно на халяву сейчас. Ну а что поделаешь? Здесь отключенная фотонка, единственная оборона. Варп медленный сейчас на пилу, но Верчаш выставлен один. Верчаш выставлен два. Гуру пытается убить. Гуру с люрой идет вперед. Стрэндж с двух сторон приходит. Стрэндж, ну не отдайся. Я тебя умоляю, только на люре. Все туда-сюда начинает бегать. Косяки от Стрэнджа сейчас пошли. Залп по гидре. Хороший залп сейчас по гидре. Кулингам нужно залп делать. Отступить нужно от дестабилизаторам. Да, что по гидре по роучам залп проходит. Дестабилизаторов гуру отфокусил. Только один смог уйти. Люра идет вперед. Стрэндж никак не может собраться с разных направлений и зайти сюда. Есть Мазеркора, 50 энергии. Нужно на пилон, Верчаш выставить.
Где обсервер у Стрэнджа? 150-119. По лимиту Стрэнджа пока что больше. Опс, подлетает. Расплит сталкеров. Сплитит сталкеров Стрэндж. Идет вперед. Обсервер живой. Да, живой обсервер. Здесь Люра шатает вторую базу. Все, если Стрэндж эту Люру отобьет, у него все нормально будет. 136-105. Один единственный Нексус Стрэндж жив. Здесь дистанс майнинг идет. Люра пытается вступить. Стрэндж, лови эту Люру, черт. Побери ее. Так, здесь дропчик есть. Копается гуру, нужно опса подождать. Опса запусти сюда. Запусти опса, Стрэндж, не давай ему уйти. Вот он уходит, Стрэндж не видит. Видит Стрэндж, отлично. Агрессивный подлинг, минус 6 люркеров. Прям на муве гуру ошибается. Здесь люркеров прикрыть не успел. Все, сюда на четвертую врываемся. Аннигилируем, здесь Нексус ставит. 136-98. Валидол, просто валидол еще. У Стрэнджа голимый вообще. Так, счет 1-1, да, это решающая игра при этом всем, ребят, помните об этом. Минус люркер, минус гидральчик здесь. 2-1-1 грейды, почти как 3-2-2, только не хватает 3 единиц. Ну, ходит Стрэндж, везде бегает, что-то 3 фотоночки запиливает на дальней базе. Не туда сейчас патроны пошли. Здесь ничего нет. Стрэндж проверил, ничего не обнаружил. Отступает назад. Грейд бы третью. Сейчас Стрэнджу что и нужно, так третью атаку. Здесь нужно какая-то фотонка, дестабилизатор ставит. Вообще вот сейчас линги прибежали, убили бы просто. Ну вроде как здесь не должен Стрэндж отдаваться. Причем грейд уже есть на рейндж колоссом. Сейчас колоссы просто перестрахуют, получается, эту армию. Будет Стрэнджом помогать очень сильно драться. Так, кривейший пилон, вот этот надо здесь новый заказать и здесь, и вот этот выбить. Видите, как просто три минерала заблочено одним пилоном, фактически не добывается. 163-102, но здесь Стрэндж выиграл, это факт уже. Плюс колоссов еще добавляет здесь. Здесь адепты повыбивали несколько рабов, 160-102 по лимитку. Пользователь No Problem активировал премиум на ваш канал. Спасибо, No Problem. Так, минус... Одного люкера Стрэндж не получилось забрать. Но аккуратнее надо быть. Обсервера Стрэндж законтролил, увел. Здесь какие-то там зилки погибают. Четвертый Нексус у Стрэнджа добывается вовсю. Прыв на дальнюю идет базу. Стрэндж рядом находится. Здесь 4 фотонки сколько-то времени выигрывают для Стрэнджа. Гуру идет вперед. Обсервер здесь есть в этом миксе. Нет, у Стрэндж отбил. Пилон бы еще погиб, бы это вообще хорошо бы было. Люркеры-то и окопались. Вот они, Стрэндж обнаруживает их. Надо убить, да. Убивает Люру. Сплетанул немножко юнитов. Так, здесь призму сел, молодец, успел. Здесь 2 оверчажа и будет все отбито. Наверх несколько лингов рвать. Здесь 1 фотоночка, все, что у Стрэнджа есть. Дестабилизаторами Стрэндж пытается себя же прикрыть. Ну так, часть лингов взорвал, прикрыл дестабилизаторы. Дестабилизаторов не убивают. Плюс еще дарки, вот на эту базу пошли дарки от Стрэнджа.
Обсервер с Муму уже. Стрэндж законтролил Апса. Забомбил одного люркера. Забомбил гидралисков. Тут несколько штучек сейчас. Обсервера чуть не отдал, но не отдал их два уже. 165-75 по лимиту. Все, гуру припекает. Он покидает игру. Красавчик. Красавчик. Так, давайте сетку проверим сейчас резко. Блай проиграл профессор Сет. Говорят, этот DMC будет с Артеска 2 биться он за квоту. Ну что же, если это DMC, то жаль, конечно, что Блай проиграл, но DMC тоже наш игрок. Браток с ТЛУ будет биться за квоту. Браток молодец. Может быть, матч-реванш ТЛУ возьмет. Каст с Хиромарином будет биться. Опасный оппонент у него. Именно то с Найтендом, вот они с Касом по разные части сетки. Так, Гуру Стрэндж, погодите, а Димуслим с Матизом отыграли? Я без понятия, как там они отыграли или не отыграли. Браток уже в игре. Кас еще нет, Минат тоже в игре. Так что нужно ждать какого-то другую игру. Спасибо, пацаны, всем, кто смотрите. Стрэндж победил. Я слежу, ребят, за сеткой, если что-то будет. Я пока все в игре и никуда не попасть. Кас бьется с Хиромарином. Ну что, ребят, Касика посмотрим. Остальные все сейчас бьются. Кас против Хиромарина у нас сейчас играет. Стрэндж отпишет. Стрэндж отпишет, что далее у нас. Спасибо, ребят, всем за премиумы. За все дела. Может быть, и с Димуслимом Стрэндж будет. Пока это не ясно. Еще не решенный вопрос это. Кто с кем будет. Готов.
готов. Ну что, ребят, продолжается битва, Каз будет биться сейчас с Херомарином, Стрэндж отпишет, погодите. Ну что, здесь Херомарин против Каза, Каз, кстати, побеждает Рипера на Рипера. 20, так, на одного выстрела в плюсе здесь Каз. Еще один выстрел дал. Ну, Каз, не бойся ты, ему там полудохлый рипер вообще. Как Каз боится-то, а? Ну, КСМ-очку задерживает сейчас продакшн немножечко. Все-таки Каз успешно рипера отдал. Я думаю, что не факт, что... Кстати, откуда вы действительно узнали, что власть DMC играл? Может, это и не DMC вовсе? Так, плюс 2 рипера, 3 сэшка у Каз. Там танчик строится, здесь все очень, циклон есть. Может, имеет смысл вперед Каз пойти? Так, здесь медивак подлетает. Циклон что-то часто захватывает здесь вот. Очень. Касовских юнитов. А Касовский циклон чуть вообще ничего не захватывал. Вот только сейчас захватил. Ну, контролит Химромарин очень неплохо. Нужно законтролить бы сейчас. Марика одного подрезает. Да, Кас, пошли ты все через оклик уже наконец-таки вперед-то, ё-моё. Все, наконец-то справляется с задачей обороны. Ну, танк здесь все разгромит. Кас потерял слишком много юнитов, которых мог не терять в принципе. Плюс 2 барака пошло. Каз 1-0 ведет, что ли, уже? Здесь тоже 30 сэшка пошла, 57-64 по лимиту. Каз отстает пока от Херомарина. Но надо собраться. По ТЛ, да? Ну, ТЛу я не даю. Так, это Б5. Почему Б5? Кто сказал, что Б5? А, решили Б5 сделать здесь заход. У нифига себе. Пристройка завершена. Да, написано, что Б5. Поверим вам.
Может быть, так оно и есть, не знаю. Привет, Озбин Рил. Все в порядке. Настроение в порядке. Игры в порядке. Наших много очень за Кот убьется. Это Минато, это Касс, это Браток и Стрэндж будет. Блайк проиграл кому-то Протсу, написано DMC в сетке, но DMC вроде как не играет уже. Уинтер 95 поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. Награда лучшему стримеру за непревзойденный труд. Пользователь Зазорк активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Уинтер 95, тебе большое. Зазорк за премиумчик, спасибо. Так, дропаются танчики, забирает, кстати говоря, циклончика. У Хера Марина 1-1, сейчас вот как-то по грейдам нелепо, сейчас касса начинает отставать, там 1-1, здесь всего лишь плюс 1, какая-то печаль вообще полная. Марин Лорд going to rape сам кассу. Но Марин Лорда здесь нету. Здесь только Хиромарин, у которого уже 2-2 грейды пошли. И Кас делает выход сейчас. Интересно, у него очень много танков в миксе. У него есть щиты, в отличие от Хиромарина. Вот он заходит сейчас. Может ли Кас нормальную позицию занять? Для меня это загадка, если честно. Вот он летит вперед. Танчиками позицию занимает очень неплохую. Теряет одного сразу же. Ну, здесь надо было агрессивно сыграть. Кассу нужно было сюда танки дропнуть под танки Хиромарина, нажать Т, а клик вперед и убить его просто все. Но он этого не сделал сейчас. И здесь ловить ему уже нечего. Пора сваливать домой просто. И делать грейды спокойно. А Хиромарин сам вперед выдвигается. Так, четвертый. Сышечка указ заказан. Плюс 2 барака. 170. 181 по лимиту. Пошел замес. Это минус касс. 1-1. Судя по всему. Так, забей на скорялись, я думаю, Юра всех поманит. То, что вчера сказал, потом все сразу на место и встало, на самом деле. Объяснил, здесь Кас танки не успевает разложить. Приходит Хиромарин, убивает Каса. Вот. Кламешку, ГГ. Браток в игре. Каст тоже создает. У Стрэнджа, я так понимаю, оппонента еще не появилось.
Так, ну что, ребята, 1-1 КАС с Марином. И бойня продолжается. И крейзи карта. Чокнутая карта, бешеная карта Досан, станция Досан. Вот, что здесь у КАСа выйдет, пока непонятно на этой карте, но что-нибудь-то, может быть, да выйдет. Синий КАС, красный Хиромарин. Мне кажется, на ранних стадиях как-то КАСу и надо с ним биться, что-то в макро переигрывает. Пока что. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Так, чуть ФП сейчас. Все, посмотрел сетку, обновил, просмотрел информацию, нет ли там у Стрэнджа оппонента, вроде как ничего нету пока. Здесь у нас танчик у КАСа строится, медивак. КСМ-ка рядом есть, отгоняет КСМ-ка. Здесь то же самое, танк медивак. Оба с одной базы действуют сейчас. Опасность, опасность. Браток 1-0 повел. А, 0-1. Понял, проиграл, к сожалению, брат, я уж обрадовался, что 1-0 повел, браток. Здесь КСМ-ка уничтожен, КАС приходит, к оппоненту своему попадает под танчик оппонента, здесь медивак прилетает, КАСу нечем отбиться, сейчас ГГНчик будет. КАС танк, вон он ездит же. Какой провал, просто ужасный провал со стороны КАСа, сейчас пытается отбиться, отконтролить танк, пусти здесь один, все, Марик, прилетает еще один танчик, дропается, залп по Марикам, хороший залп. 39-47, ну все, потерянная инициатива, это полный фейл. Можно здесь ЦЦшку, все что угодно можно Хиромарину делать. Или браток выигрывает, я не понимаю. Так, КАС обходит. Здесь двумя викингами прилетает. Ну, Хиромарин очень резок садится сразу викингом своим. Сейчас два выйдет, у него будет три уже. Здесь медивак рядом висит. КАС, что ж ты не видишь? Так, сбивает двух мариков. Похоронил в этом медиваке. КАС, молодец. Нужно улетать. Сейчас викингов отдаст. А нет, третий прилетел. Все в порядке. Четвертый подлетает со стороны. КАСа, принимай бой. На развороте пять викингов. У КАСа... Просто, что это такое? Прилетел, пострелял, ничего не убил, все дохлые вообще в хлам. Эти викинги. Ну стрельни танчик-то куда-нибудь, что-нибудь, кто-нибудь куда-нибудь стреляйте. Стреляйте в воздух, Они повсюду, так стреляйте повсюду, ё-моё, как в компании говорилось уже. Все, 5 викингов прилетает, КАС теряет контроль воздуха, и это 2-1 в пользу Хиромарина. Я думаю, что здесь уже, к сожалению, ничего не сделать будет КАСу, потому что здесь сейчас погибнут два танка. ЦЦшки у КАСа нет, а здесь ЦЦшка есть. Сканет КАС в ответку, но это ничего ему не дает. Все, танки все уничтожены. 39-54. Конечно, КАС пока сдаваться не будет. Сдаваться еще рано, но здесь не вытащить, ребят. Вот ЦЦшка пошла, она слишком поздная. Так, братку, в игру я не попал, поэтому стримлю теперь игру эту. Прекратить предлагаю на эту тему всякий флут, вот.
Если успею, то братка тоже постримлю. Наших много здесь очень играет в этой стадии. И всех на всех не разорвешься, к сожалению. .49-66 по лимиту. Кас 0-1, Киромарин. Так это значит тогда... А, то первая игра была. То есть сейчас 0-2 будет, получается. Это печаль. ГГ пишет кас. Кажется, кас 0-2 отлетает. Тогда, получается, кас 0-2 отлетает у нас, да? Так, у Стрэнджа так и нет оппонента, я так понял. Прыгаем к кассу в следующую игру. Видимо, это третья у нас. Проиграл, братюня. Походу 0-2, значит, кас. Там точно DMC на польском стриме так его называют. Ну, блин, поляки-то на Ликвипедию ориентируются, я так понимаю. Вот, и они поэтому так его и называют. Но если DMC, он начал опять трениться, то это не только радовать должно, на самом деле, потому что... Уровень он показывал очень хороший. Когда-то он был одним из трех игроков, который еще когда Стрэндж, еще пока игр таких не демонстрировал, DMC был одним из трех, кто пробивался вместе с Блаем и с Хэппи в премьер и дивизион ВЦС еще по старой системе. Улучшение завершено. Пристройка завершена. Наши КСМ атакованы. Ну что, Рипер подрезал тут касса КСМ-очку Херомарина, я так понимаю, да, разведывательную. Ну, Херомарин играет два барака Рипер. А, это реактор Рипер. Это, кстати, странный билд. Ну ладно, давно я таких не видел Риперов с реактора. Ну, может быть, что-то двумя Риперами Херомарин здесь и сделает, конечно. Вот. Ну, кстати, нужно отметить, что, несмотря на то, что приятно, что все играют за квоты здесь, но это квота-то не на ВЦС еще, это квота на финальный отборочный ВЦС, где будет топ-16 и где будут наши биться. Но, и будет, если пройдут, будут наши биться. Я забегаю. Пользователь Куан28 активировал премиум на ваш канал. И там еще будет, что самое интересное, дабл элиминейшн. Ну, хотелось бы, чтобы хоть кто-нибудь прошел, столько игроков за квоту участвуют. Там Мината еще бьется с Найтендом, и я уверен, что Мината может его одолеть.
Так, здесь два рипера, и Кас умудряется юнитами своими криво поехать. Такая непруха может быть только, вообще, знаете. Что происходит? Четыре рипера от Хиромарина. Он сейчас наразваливает здесь все в мясо просто. Сейчас, вот если бы два Гелиона здесь ехали, они бы зазал бы двумя риперов бы вот этим пламенем своим бы прожарили бы обоих. И вообще мог убить бы здесь Хиромарин Каса. Здесь еще два Гелиончика, точнее Кас Хиромарина. Плюс два Гелиончика едут, риперы подлетают, будет в лоб Хиромарин врываться на вторую базу. Посмотрите, Кас абсолютно не готов к этому врыву. Все, здесь риперы, здесь Гелионы рядом. Кас будет принимать бой, не знаю, будет ли Кас бой принимать. У Каса танк есть. Гранатка на рампу, 43-56 по лимиту, это печальный лимит, очень печальный, я вам скажу. Еще два гелик идут. Танк в сидже, Кас как неудачно раскладывается, рассиджился сверх неудачно. Кас плюс гелионы приезжают. Ну, все риперы погибли, это хорошо. 47-42, Хиромарин по рабочим плюсе, по всем параметрам Хиромарин здесь в плюсе. И третий сэшечка у него стрункается, тоже третья заказана. Короче, все печально, кажется, это минус Кас. Ладно, не буду хоронить Каса, но 10 рабочих на такой стадии, минус это полная печаль. По боевому лимиту как такси. Либератор еще прилетает. Сейчас Либератор просто вот этот танк, например, сбреет, и сейчас гелики заедут. Смотрите, Либер прилетает. Вот Хиромарин летит. Оп, танчик видит. Ну все, на танк раскладывается. Кас в это время прилетел своим либератором. Здесь Хиромарин убивает. Викинг прилетает, правда. Либератор переразложился сейчас. Под Мариков раскладывается. Марик пытается выйти из рейнжа. Ну, КСМ-ка зато попадает в рейндж. Здесь отбивается Хиромарин по чуть-чуть. Какой-то либератор пиу-пиу делает. А вот на мэне пиу-пиу либератор делает. Парабам, Кас вообще сравнялся практически. 78 рус. Да, был у DMC такой, я бы сказал, пригарная тема. Он любил ливать раньше времени немножечко. Так, прилетает Кас, не, ну это совсем уже нагло. Одному не повезло, вот этому повезло товарищу, почему? Потому что выбрал Либератор не его, и он еще присутствует в этой игре. 72-66, но для 78, так, 73-70 по лимиту для Каса, шанс появляется, но нужно делать грейды. У Хиромарина даже стимпак еще не заказан, у него две инженерки, может Кас как-то зашатает его здесь, я не знаю. Но нужно не ошибаться ни в коем случае Касу. Сейчас я сетку еще проверю, ребят. Нет, у Стрэнджа оппонента пока нет, никого нету. База атакована. Так, прилетел Хиромарин, и все, вот не слава богу, ё-моё. И опять нашатал здесь Каса просто по дичи сейчас. Туретка доделалась, ну а что толку от этой туретки? Там уже, вот в итоге у Каса Steam раньше, но нужно Steam этот реализовывать. А как Кас реализует? Так, здесь Банша поддается просто на мую, кстати, инвизная. Сиджится Хиромарин, Кас заходит вообще на мую сейчас. Ну хорошо, что гелики сзади подъехали, они спасли фактически Каса сейчас, он не отдался. Но на 20 рабов Каса меньше Марики на муи здесь отдается, только один погиб, кстати говоря. Повезло здесь очень сильно Касу. Начинает шатать третью базу, третья под ударом. Марики на стимпаке будет через секунду. Все, Steam готов, стимпачи, Кас, Steam есть. Но его, их Каса простимпачили танки, в итоге КП не осталось. 93-68, это минус Кас, короче, по ходу дела. Привет, Гэндальф. Все в порядке, все хорошо.
Ну, вот Хиромарина летит, 1-1 готов, а Армори еще не доделалась. Сейчас доделается Армори. Будет заказано 2-2, у Каст только одна инженерка, там плюс 1, 47-66 по рабам. Ну, по рабам, ладно, еще можно восстановиться, но вот по грейдам за провал, кто восстановит, я не знаю. Боевого пока, Касса больше, но это только пока. Касса сразу армор заказан, ну, я не знаю, к ТВТ. Куда делась старая макро, Касса? Димас грейды, масс все вообще. Какие-то одна инженерка странная вообще. Пристройка завершена. Кто на новенького? Бегом! Что тут рядом Хиромарин с Кассом харасит, я отвлекся, посмотрел еще раз сеточки всякие, посмотрел в чате, что у вас происходит. Юра заботится о подрастающем поколении, гонит всех геймить, но... Что тут геймить, ребята? Здесь движуха идет, здесь Касс Хиромарин. Смотрите, Касс пока по лимиту более-менее адекватно держится, и уже вторая атака пошла. Если как-то потерпит немножечко Касс, то что-то может получиться. Но почему я не то что сомневаюсь, почему я не уверен в том, что сможет Касс тут потерпеть? Почему бы Касс он не терпил, а в принципе он терпеть никогда и не умел. Он всегда наоборот всех терпеть заставлял раньше, потому что у него макро было адское просто. С ним никто контроль не лучше, но просто юниты шли пачками, просто тоннами вообще. И вот Касс теряет позицию, заходит Хиромарин, это ГГНчик, ребята. Так нельзя позицию отдавать прямо под второй своей базой. Это полная печаль. Кстати, Мариков Касса много, и КСМки спасают. Ну, посмотрите на лимит. 106 на 154. Сейчас еще и 2-2 доделываются. Кажется, все-таки чудо не произойдет. Сейчас еще плюс 2 танка полетят. Че он засиджил-то? Вот, надо брать. Засиджил и взял, все правильно. 170-122, 2-2 грейды сейчас будет. Через 5 секунд готово, уже 4. Закажет ли Хиромарин 3-3, сразу же не знаю. Да, посмотрите, ой, как идеально заказывается все. ССР-шечка 4-я при этом летит одновременно с выходом. Один Марик мешал немножечко занять третью Хиромарин. Ну вот все, пошел на лонгрейды, 2-2 у Касса, 1-2 ГГ. 3-0 Хиромарин, Кассу не получилось квоту взять на финальный отборочный. Ну видите, там финальная еще будет, так что такой игрой здесь делать нечего. Так, и Стрэндж все еще не доиграл, что самое интересное, ждет, еще не начал, я так понимаю, играет. Что у нас с Минато? Минато в игре... счет еще не выставлен пока на Intent Минато, никакой инфы нету. ТЛО 2-0 братка ведет. DMC уже 2-1 арты ведет. Я надеюсь, что это реально DMC, хочу его увидеть. Далее. А может быть он и отборы пойдет. В принципе, последняя квалификация, 16 игроков и 8 получит квоту. То есть там не так много надо выиграть. Два матча по Венерам, либо 2 по лузерам, все. Или даже один по Венерам. Нет, по Венерам не один. Либо один в Венерах выиграть, а один в Лузерах. Либо два в Венерах, либо два... Или проиграть в Лузерах и два в Венерах. Проиграть в Венерах и два в Лузерах. Короче, я запутался уже. Еще две игры надо выиграть.
Так. Матис одолел Димуслима 2-1. Ну, Димуслим комментатор. Ну, Матис для Стрэнджа и должен быть, по идее, легкой добычей, по идее. Может быть, я не прав, и Матис это... Матис станет просто, я не знаю, каким-нибудь этим... Феррари, неожиданно. И даст газку. Поддаст. Или кем там. Кем-нибудь. Браток, доиграл, не знаю, как там у братка дела. Кажется, браток покинул Battle.net, и это минус браток. Похоже, браток с кассом не проходит. Далее. Хиро Марина продвинули уже. Кас на пенсии, что играть? Ну, да нет, он пока еще в актив... даже не в инактивном составе, он еще играет пока. Браток уже слил, он вышел из Battle.net, вы позже увидите. Ну, ТЛО ему не одолеть. Так, а что у нас в выходные эти вообще будет? В субботу у нас что-нибудь будет вообще? Так, завтра ГСО, потом Тинг, кстати. Хороший там Тинг будет, очень. Нерчу Пейшенс, вот это мне интересно посмотреть. Слушайте, в субботу-то особо ничего нет. Может быть, наверное, в субботу я и выходную возьму, посмотрим. Так, Минатыч повторы смотрит. Минато выиграл Найтенда. Поздравляем Минатыча, прошел дальше. Красавчик, будет биться в следующих отборочных. Так, Матис, кстати, это, погодите, это не Firekick или команда? Феррари Матис, да. Минат 3-1, написано 3-2. Ну что, Минато царь вообще, что катнул. Уже плюс наш игрок в решающей стадии. А Минато, если соберется, подготовится, может... Надо ему трениться сейчас очень много. Так. Спиритулок на 300 пиковинов меня на эскадовать и поддерживает. Спасибо тебе, Спиритулок. Давно на СК 2Т ничего не было. 320, смотрю, с учетом процентов лежит. А вывести-то только рубль можно. Адольф не дает.
по 3 соточки-то выводить. Ну что, ребят, Матис против Стрэнджа, это зерк. Да, вижу промената, ребят, разделяю с вами радость, но вы через 3 минуты только узнаете об этом. Стрэндж будет биться с Матизиком, ребята. Браток с Касом, к сожалению, отлетели, дайте-ка я гляну, что там Диэмсон. Диэмсон, ё-моё, прошел 3-2 написано. Красавец Диэмсон, я не знаю, что... Блин, это в натуре DMC или нет? Выясните, кто у нас там следователь по особо неважным делам, главный заместитель, точнее, мой. Здорово, Ваня из Каскада. Хорошо, хорошие результаты показываешь, тренируйся. Минатыч ответил. Спиритолог. А я хз, что там как работает вообще. 159 рейтинг. Что там? Как бы на главной вроде. А я вообще не знаю, как это работает. Короче. Минат сказал, что постарается. Ну, ловим на слове Минатыча. Так, с 0-2, говорит, Минато выиграл, подробности говори. Так, Роуч Ворон заказан, отходит Стрэндж назад, у Стрэнджа бустится скорость таки адептом, пока я выяснял, что и как здесь игра идет, ребят, 32-32 по рабам. Гайте, почему по рабам-то ровно, Стрэндж впереди должен быть на этой стадии. Ну, сейчас на пару будет впереди точно. Да, что-то рейтинг не вырос перед. Я не знаю, что там мусит. Я не слежу особо, как бы. Может, теперь уже и нет, как бы, от... А из-за чего он растет? Ну что, ребят, здесь у нас линги рядом бегают. Адепт контролят здесь на рампе. Мазеркор готов. Стрэш играет, кстати, стиль через поздний Мазеркор. Вот. Друг на друга наши в первом раунде падут. Но если друг на друга наши в первом раунде, я же говорю, две игры нужно, чтобы выиграть, чтобы пройти дальше. То есть, если кто-то на наш друг на друга пойдет, то плюс один раунд. А там уже с лузерами сетка будет. То есть, как бы, кто-то по венерам, кто-то по лузерам. Так, Стрэндж спалил, что здесь роуч прессинг. Надо на рампе здесь пилонов напилить, я не знаю, но здесь нету ресурсов, потому что там пилоны пилить. Оп, Даркшайн пошел, Стрэндж, ну поздно реагирует. Даркшайну 70 секунд, 60 еще минуту целую строится Даркшайну этому. Так, видит роучий Стрэндж. Иллюзиями уходит назад. Третий Нексус может смысл отменить есть какой-то. Стрэндж уходит вообще наверх. Нет, не стал телепортироваться, уходит за рампу. Сейчас пробка не дает пройти, дай пройти сам себе Стрэндж скорее. Проходит Стрэндж. Ну, третий Нексус. А чё не... Не отменяет третий Нексус. Стрэндж это очень похоже на 0-1. Не в пользу Стрэнджа, ребята.
Так, Даршайн готов. Три Даркау Стрэнджа Варпса. Они пытаются уйти. Заметит Матисс их? Я не уверен, заметил ли он сейчас три Дарка этих. Но Стрэнджу нужны новые. С этими новыми нужно выходить сейчас обязательно ему на третий Нексус. Здесь что можно сделать? Здесь я бы на месте Стрэнджа либо тремя хату срубил, либо одного заводил сюда, двумя хатку бы рубил бы. Здесь Дарк обязателен к исполнению. Нет, нету Дарка у Стрэнджа. Ну, три заходит, будет хату тремя всеми бомбить, походу, Стрэндж, да? Ну, тремя можно успеть срубить, да, хатку. Уверсиры морфится сразу. Дарки рубят активно. Уверсиры здесь, кстати, успеет Стрэндж зарубить хату и двумя, я так понимаю, дарками. Так. Или не успеет. Здесь Дарк на второй нарубает. Успевает, успевает, все отлично. Срубил хатку, на второй нарубил уже 6 дронов сейчас, да, 93-103 по лимиту. И еще 2 дрона подрезал Стрэндж. Вот еще дроны идут, ныкается. Здесь еще 2 и ушли, хорош, Стрэндж развел Матиза вообще в мясо сейчас просто. Как по учебнику. Да нет, наверное, с НСК давайте и спиритолог ни при чем. Походу там чуть-чуть систему поменяли. Там же постоянно что-то меняется. Так, забегание лингами идет. Успеет Стрэндж Нексус дефануть? Да, СН3 здесь филды рядом. Успевает дефануть. Еще несколько лингов подрезал. Один линг заблудился. Очень кровожаден был. Хотел пилон скушать, но пилон стреляет. Больно, 30 дэмэджа в лоб. Скорость атаки 0.71. Это большая очень скорость атаки. У адепта какая? 1.11. С грейдом, да. Играть пилон быстрее адепт, насколько даже с грейдом. Почему половина из Австралии на Гудгейме? Потому что первая страна в списке, когда, видимо, не выставляешь ее, Австралия автоматом ставится. Вот. Говорит Минатыч, что бомбануло нормально у Nintendo вообще в отборочных в этих. После того, как 2-0 вел, а потом проиграл 1-2. 2-3, точнее, прошу прощения. Так, здесь Матис пытается зайти с другой стороны к Стрэнджу. У Стрэнджа, блин, еще не готов. Одну фотоночку. Да, здесь фотонку. Так, рейдж-квиты были. По флуне, ну ничего не писал. Пошла атака. Стрэндж уступает назад. Уверчаржи еще есть. Филды хорошие со стороны Стрэнджа. Сзади бейлингов несколько штук заходит. Стрэндж пытается сплититься. Уверчаш один есть. Еще филдики пошли. Роучи сдерживает. Архон бомбит. 9 юнитов уже убил. 122-114 по лимиту. И Стрэндж, кажется, здесь переворачивает эту битву вообще. Бойню, я бы сказал бы. И, похоже, здесь так. Здесь призма есть. Просто на призму раскладка. Сталкеры пошли. Хорош Стрэндж, очень четко отыграл эту игру. Очень грамотно все здесь сделал, задефился четко. Минус реведжеры, как они... Блин, прикольно, реведжеры гибнут, из них мясца, вот когда хрени высыпается много. Еще 18 бейнов, здесь нужны новые СН3, Стрэндж это понимает. Мне нравится, как Стрэндж ставит филды, он очень внимателен. Вот Архон, который мне обычно мешает филды эти только ставить, он давит все к чертям собачьим. Стрэнджа они как-то не давят. То есть он ставит спереди, Архун сзади стоит и бьется очень четко. Другие-то юниты филды не давят. Так, шел замес. Здесь неплохо Роучи сдерживает Стрэндж. Филды тут пытается Матис отменить. Давар сталкеров идет. У Стрэндж хорошая позиция. Полукруг хороший. Бейны уже дэмэджа много не наносит. Сталкер, Стрэндж туда-сюда будет, сплитит. А это там и бейлингов нет уже. Пересплитил с перебором, по-моему. Ну что же, 1-0 Стрэндж, молодец.
что, все вроде как здесь. Семь больше, чем 1-1, потому что это, ну, атака, ну, то есть 1,1 атаки в секунду, либо 0,7, ну, то есть 0,7 секунды КД, либо 1-1, соответственно. Вот Войтех тебе правильно абсолютно объясняет. Игра приостановлена. Я ливаю, говорит Пакхи. Так, Матис очень манерный. Дает время, ничего не говорит. Ну все, все лишние сетки можно закрывать. Стрэндж рестартит StarCraft, у него что-то походу проблемы какие-то дикие. Вот, и мы будем ждать продолжения.
DMC имена-то пока из СНГ прошли, Стрэндж 1.0 ведет, но я думаю, Стрэндж тоже должен пройти. Чалик сейчас выл, когда сигнализация срабатывает, чалик воет, как волк, так поднимает голову. Прикольно это выглядит. Постоянно всех до срока хоронят. Яндек, привет. Ну, слушай, ХЗ. Это логическое продолжение багажника. Сначала в багажник, а потом что? В лесок прерывать. По ходу дела, наверное, да? А, ну, а если серьезно, то иногда это интригу даже создает. Добавлю Матиза. Да, клан Firekick у Матиза. А вот и Стрэндж вернулся, отлично. Не, у меня транспорта нет, тем более геликов. Это у выпускников ФСБ. А я чё? У нас цели благородные, климатическое оружие от рептилоидов там и т.д. Редфирер РР. Так, заходим в игру. Буду ли вторая миссии новые проходить, кровавые 2 августа новые? Конечно, буду. Зачем ее покупал? Все, готов Стрэндж, но мы ждем Эмила сейчас. И Эмил присоединяется к игре. Апофеоз у нас вторая карта. Ну что, продолжение-то будет у нас, не?
Страус всем может все объяснить на самом деле, но... На самом деле и Мортлу может Ультралу объяснить, что он не прав, особенно один на один. У Стрэнджа опять какая-то хрень. Блин, чё не везет чё-то Стрэнджу. Это походу для Стрэнджа Battle.net лагает, а комп он перезагружал. Игра приостановлена. Что касается перепрохождения, то как по времени будет. Судя по всему, турниров сейчас очень много, и, кстати, там как раз происходит все. Илюх, слушай, я смотрю, следил, видел, что над Южной Америкой там пролетал, надо посмотреть. Ну, печаль сейчас, если у Стрэнджа из-за этого игра не пойдет, то это вообще печаль. Игра возобновлена. Nexus ставит Стрэндж, сейчас будет кибернект заказан. Едет застройки, всю застройки, здесь пробочка в разведку идет.
Хатка на золоте, на второй уж почти готова. Что думаю об уровне игры Стрэнджа? Ну, пока мне из всего СНГ она больше всего внушает. Надежд, на самом деле. Уровень игры Стрэнджа, потому что он реально неплохо сейчас играет и есть шанс. То есть еще вот на ступенечку повыше, у него сейчас 6, там, 6 стоимым, еще хотя бы на пару суточек больше, уже он стабильно будет, то есть без проблем вот эти все квалификации. Даже дело не в ММР, если по отношению к ММР вообще можно это оценить, то есть чуть постабильнее, как бы, Стрэндж сможет проходить везде, все, как мне кажется. Ну, а там и до топчика недалеко. Но это все гигантская работа, потому что дойти до этого уровня, это одно, а потом выше прыгнуть, это еще может быть гораздо сложнее. В пределах экстремального... А, к полюсу жесть вообще. К полюсу это печаль, чё. Ну что, коготочек. Так, давайте, у меня же был... Давайте пока секунду на ФП, я вижу, про DMC пишут. Телепортация завершена. Разработка завершена. Ждемся в скайпе, сейчас спросим у него, не знаю. Ответит, нет. Плюс 2 гейта у Стрэнджа. И фениксов он играет сейчас. Ну, надежный билд через фениксов. Ну, с лагами это не лучший вариант, как мне кажется, на самом деле. Катать фениксов именно, но Стрэндж предпочитает так сыграть. Здесь у нас золото. Золото дает очень большой. Посмотрите, 2600 на 1700, то есть почти на 1к больше ресурсов. Добывает сейчас зерк. Готов коготочек. Строится Беллингнес, делается лейер. Лейер. Стрэнджа третий Нексус заказан. Твайлайта нет пока, фаржа пошла. Ну, фаржа правильно, нужны фотонки, нужно плюс один. Продемеджил очень дико Феникса сейчас Матис. Здесь Стрэндж держится, линги прибегают, везде все, в общем-то, заблочено, законтролено. Плюс 2 роба на третий строится. Ну, такой достаточно стандартный билд Стрэндж демонстрирует. Можно лингов поподнимать несколько штучек. Стрэндж предпочитает этого не делать. 55-63 парабам. Здесь четвертая хатка пошла. Гидра, Дэн и Инфестейшн. Так, секундочку, ребят, сейчас я отвечу, мама звонит. Истощено.
долго служить. Так, ребят, извиняюсь, там мама уезжала, информация важная. Про Чарлика и не только. 2-2 делаются у Матиза миличные грейды. Ставят он уже пятую хату сейчас. Делается хайф, делается шпильдус, это будет выход прудов. У Стрэнджера ОББ, у Стрэнджера 4 ИМА сейчас будет. Он собирается начать строить колосс. Да, у него есть Старгейт, это хорошо, но ему нужно понять, что тут вообще бруды будут. Вот он прилетает, вот он хайф, пожалуйста. Подхарасил дронов. Поймет Стрэндж, что это бруды, или будет думать, что это ультра. Я здесь. Вступаю в бой. Разработка завершена. Ну что, Стрэнджик выход делает сейчас. До тайминга Грейтер Спайра. Приходится энтри много, есть 4 иммортала, есть сталкеры. Сталкеры с блинком. Ой-ой-ой, пейлинги сейчас могли пройти. Филд бы еще закрыть, бы их сейчас расстрелять можно было на халяву. Нет, Стрэнджу не получилось. Но 160 на 148, лимит хороший, энергия еще есть у сентри, то есть филды новенькие есть. Пошли от Стрэнджа филды, в этот раз он перестраховывается, прям заранее несколько филдов выставляет. Поднимают королев сейчас с фениксами. Еще несколько филдов идет, бейлинги не могут пройти. Не готов сейчас шпиль еще пока. Да, варп еще с энтри, понимает Стрэндж, что для филдов, без филдов точнее ему здесь не втащить. DMC отписал в скайпе, что да, это он играл в ЦС. Ну что же, молодец DMC. Надо выяснить, что он там как тренится, вообще не тренится. Ну ведь спрашивал, значит тренится, видимо. Неплохо отыграл, Блая пошатал. Здесь 4 Блудлорда у нас. Так, 188, 150 по лимиту. Стрэндж продолжает давить. Филда 2 поставил, но с задержкой с небольшой. Идет дальше. Под брудов 3 сталкера под блинк делают. Ну, здесь трансфьюзов масс просто у зерга. Бейлинги все-таки врываются. Энергии крайне мало у сентри осталось. Ни у одного, и, по-моему, даже на филд нету. Да, тут близко у некоторых 50, но 50 нет. Пробивает Стрэндж хатку, и отступить он хочет, у меня такое ощущение. Что-то рыпается, на, по-моему, назад сейчас отойти. Да, отходит назад, 144-137. Есть на грани, на самом деле, с брудами надо поаккуратнее быть. Зератулу еще в компании говорил. Лучше к брудам не подходить, их симбионты разорвут на куски, ё-моё, блин. 8 сталкеров плюс давар. 4-го никс пока у Стрэнджа нету. Идет вперед еще раз. Под блинк под бруда раз. Опасные игры Стрэндж играет сейчас. 2-го бруда не может упустить. Масс трансфьюза там. Призмы сейчас будет еще 124-42. Телепорт Стрэндж домой делает. Очень неприятно. Все, что может, забирает призму, а забрал все. И в итоге Матиз на одной базе. Стрэндж добывал. А, нет, на двух. Вторая-то еще целая вся. Золото кончается, у Стрэнджа вторая кончается, 3, 4 нет пока, плюс 2 колосса. Колоссы необходимы, если ты играешь с землей, колоссы против брудов это не роскошь, это необходимость. Почему? Потому что без колоссов просто нечем убивать брудлингов, все. Но, как я не понимаю, Стрэндж собирается убивать самих брудов сейчас, для меня это загадка. Почему? Потому что сталкеров 3 штуки у него, до 3 сентри сейчас и одна грелка. Все, что есть. Еще 8 сталкеров давар делается. 49-134. Матиз разворачивается, уходит. Ну и хорошо, что ушел. Но у Матиза 3-3 сейчас будет. У Стрэндж даже третью атаку не заказал он. Так, за... А, у Стрэндж 2 базы. И золото еще одно он ставит. Сейчас понял, что Матиз уступает. Словил момент, как заказать. Еще бы словил бы момент, Стрэндж грейды бы заказал бы. Был бы молодцом бы. Плюс 2 фотоночки здесь. Неплохо здесь стритма прилетает. Зелки плюс Эмортл.
Попытка круга Тимуршева забирает Стрэндж тут двух зелков. Смотрите, зелки с двумя атаками. Все, грейдов нет. Вы видели, что линги с ними за 3-2 сделали адреналинные? Они просто разорвали вообще этих зелков. Просто разорвали. Улетает Стрэндж. Видит он, что линги вообще сюда идут? Нет, он ничего не видит. Сейчас Нексус просто Матис отменит ему. Ну, здесь эскейп можно хотя бы нажать. А золото-то нужно защищать обязательно. Так, по золоту Стрэндж пришел. Здесь уверсир убивает. Эскейп жми, Стрэндж не жмет ничего. Потери 400 минералов просто идет сейчас. Не нужно. Здесь вырыв на третью базу идет. Подгрыз пилон Матис. Дальше так, Мазерфор прилетел, отдал сразу. Уверчажа выставляет Стрэндж, там две фотонки плюс два уверчажа решают. Ядро и Матис сразу же уходит. Ну, по лимиту пока Матис в плюсе. И хочет он крит массу брудов скопить. У него 7 уже есть, плюс 3, 10. Ой, печаль. Но у Стрэнджа уже, обратите внимание, делаются сейчас эти темписты. И третью атаку, наконец, Стрэндж закал. Ну, третья атака в 3-3 здесь будет сейчас. То есть, как бы, ничего хорошего все равно для Стрэнджа не будет. Где темпест вообще? Есть хоть один? Нет, пока нету. Две грелки, все, что есть. Так, здесь контратака, которая в плюс Стрэнджа очень сильная. Потому что это время сэкономит ему хоть какое-то. Призма где-то сзади. Имморклы плюс зелки пытаются хату развалить. Но настолько быстро линги их уничтожают, что зелки даже хату не успели убить. 30 хп у нее осталось, просто жесть какая-то. А Стрэнджу еще что-нибудь бы сюда варпануть и добить бы ее хотя бы одним юнитом каким-то. Первые два темписта готовы. Прилетают караптеры. Грелки дерутся с этими с караптерами. Грелочки живут пока. Стрэндж вступает назад. По грудам темписты начинают стебать уже. Но трансфьюзы есть. Трансфьюзами надо быть поаккуратнее. Караптеры летят вперед. Все, Нексус откупусил Матис. Не будет золота у Стрэнджа. Это печаль. Нужно отступать назад. Нужно пробу уводить сейчас. 159, 192. Кажется, 1-1 будет здесь, ребята. Это нехорошо. Если у Стрэнджа продолжатся лаги, спайки, то печаль будет, конечно. Так, говорит DMC, что учится, и но скилла хватило ему. Караптеров масс здесь у Стрэнджа. Да, идут штормы, но 130 на 180 по лимиту. Сливаются темпы, сливается все. 1-1, ребята, к сожалению, похоже, здесь на нас ждет. ГГ, да, Стрэндж пишет. Матис, ты что-то тут разбушевался вообще? Стрэндж перезаходит, кажется, в Battle.net.
Так, пошел Стрэндж перегрузиться, да лучше да, даже если это не комп, лучше перегрузиться, вдруг там как что-нибудь, какой-нибудь коннект там качает, еще что-то хз, что-то там. Так, секундочку. Все, ребят, я здесь. Вместе с вами Саня заходил. Позвонить просил, но пока что не позвонить, потому что я занят, я потому что вместе с вами. Вот. Ну что, ждем Стрэнджа. У Стрэнджа какая-то печаль полная, там с батлнетом вообще. Так, зашел Стрэндж вроде как. Так, заходим в Стрэнджу.
Так, все, все готовы. Продолжается битва Стрэндж против Матисса, ребята. 1-1. Один на один и новый Гетисберг. Карта у нас следующая. Сколько времени-то, блин? 11 почти сходил я на турник. Хотел на турник сходить. Может, я рано, может, перед домом где-нибудь там заморочусь. Гид газ, гид застройки снизу пошел у Стрэнджика. Здесь 17-я хата, или, да, 17-я, судя по рабочим, была. Стрэндж идет в разведку. Почему после гейта не пойти? Значит, смысл есть заказывать гейт, уводить пробку, потом новые выходить. По-моему, после гейта надо пойти и все, чтобы других не трогать просто. Кибернетчика пошла. Прилетает, готова кибернетка. Стрэндж что закажет? Адепта заказывает, бустит адепта. Твайлайт пошел. Адептик третий приходит. Ну все, тут как бы стандартно достаточно такие. Забирает Стрэндж одного линга Матизу. Заходит Крампи, адепта иллюзию посылает. У нас вперед летит. 7 секунд летит, отменяется иллюзия. Так, адептиком Стрэндж зашел, попытался дрона подрезать, даже двух попытался. Матисс спас одного и второго, но вынужден был заказывать две спорки сейчас. Здесь очень поздний ухкует, пошел на Матисса, есть второй газ на мане, 35-35 парабам, как тут парабам. Стрэндж обычно просто впереди, я уже об этом не раз говорил, но в этот раз как-то не получается вперед Стрэнджа особо вырваться. Так, вот с этой стороны, кстати, можно облетать по краю карты, вот это все дело? Вроде как можно. Но Стрэндж не собирается. Так, плюс 3 гейта, 4 гейта будет у Стрэнджа, кстати. 4 гейта это не, ну, необычно как-то. То есть тут, похоже, Стрэндж собирается на мейне дел поделать немножечко. Не, не 2, а 1, 1, 1 счет у нас. Так, Даркшайн плюс адепты.
4 готовятся уже врываться сейчас. Стрэндж загрузится и полетит вперед сейчас. Сколько контролирует? Вот здесь, либо с края здесь, либо вот здесь чисто с другого края Стрэнджа облетать. Ну, хоть бы не в рейндж-овера летел. На секундочку зашел в рейндж-овера сейчас Стрэндж. Спалил ли это все дело Матисс, я не уверен. Нет, похоже, он ничего не спалил, потому что ничего не контролит сейчас. Но Стрэндж сейчас провально через Бэйнов пролетает. Матисс идет от меня сейчас с Нексус. Ну, кстати, это Стрэнджу Нексус спасает сейчас то, что он залетает на мейн. Матисс вынужден беллингами отойти назад. Адептов 7 в итоге на мейне образуются у Матисса. Нужно сплетануться от Бэйнов сейчас, что Стрэндж и делает. Сплит хороший очень пошел. Адепт телепортируется на вторую. На халде Стрэндж наваливает дронов. Здесь очень много гибнет сейчас. Призма все еще рядом с мейном. Даркшайн готов. Спорка одна есть, но надо дарков заводить сейчас, стараться. Так, адепт никуда не тевартулись. 49-47. Беллинги приходят, беллинги разваливаются. И 4 дарка прям сразу заходят сюда. Стрэндж уничтожает хатку на второй базе. Спорки. Куда ты на клике пошел? Хату грызи! Дарками хату грызи! Дарками грызет Стрэндж хату, хату загрызет. На третий рабов наубивал. Но дарки погибнут, к сожалению, моментально все. Ну, 70 на 80 по лимиту, 51-52 по рабам. Здесь и плетку Стрэндж попилил. Все, уходит дарк сейчас спокойно абсолютно. И Матисс не готов его поймать. Призмы что-то летает. Вот Стрэндж и кликаешь ты, ё-моё. Улетит, и Стрэндж как-то походу криво назад ее послал. Она здесь пытается что-то сделать, а вот он сейчас облетит сам, наконец-таки. Все, улетел, вручную улетел. Здесь уже плюс один заказывать, готов Immortal первый, на третьей базе. Где у Charmander Стрэндж? Вот он Адепт, вот он Сталкер. Dark Immortal, Адепт, Сталкер, Сентриа, Мазеркор, Призм. Смотрите, всего по... Все уникальное у Стрэнджа, всего по одному сейчас в данный момент. Прикол вообще. 4 гита здесь есть. Давар по счету 4 дарков отстреливают. Все, и все с ножами, кстати говоря. Это двумя архончиками харас будет. А у Матисса тем временем Люркер Дэна 4-я хатка пошла. Хороший контроль стороны Стрэндж. Что мешает сейчас жахнуть вот сюда вот? Рабов. Вон тут Immortal на... Ой, это не Immortal, Архон. Смотрите, как он надавал здесь рабам бодренько, добренько, я бы сказал. С Беллингом пытается Стрэндж отменить. Телепорт к третьей пошел. 2 адепта на мейне остаются, 2 здесь. 2, точнее, телепортируются какой-то там ко второй базе. Адепты опять пытаются уйти. Стрэндж улетает Архончиком. Успеет телепортнуть станет. Один успеет, вот, ну тут попытался Стрэндж дрона подрезать, к сожалению, ничего не вышло. Плюс один сейчас будет готово, на 10 рабов Стрэндж уже в плюсе, у Версира можно было бы сбить, он сам летит в руки к Стрэнджу сейчас. Так, выходит вперед Стрэнджик. Плюс один, плюс два заказано. На рампу бы я на его месте все-таки юнитов-то наварпил бы, иначе сейчас просто врыв. Ну тут Матисс, конечно, но Матисс-то тоже не просто так сюда попал. Может и Матисс порыпаться. Четвертый Нексус Стрэндж просто не боится никаких врывов. Видит Люркера. Одного, второго, третьего и четвертого. Сплит пошел, Стрэндж собирается врыв делать на Люру. Хорошим фронтом заходя. Да, посмотрите, хороший сплит. Беллингов тут держал несколько штук. Сталкеров от Блинк назад идет. Есть пару Иммортлов, есть Архоны здесь. Люру пробревает 150 на 103. Хорошее чутье Стрэндж демонстрирует здесь в этой игре. Вообще даже не чутье, а понимание вообще ситуации. Увидел, что люркеров мало, пришел и убил. Здесь Люра один, посмотрите, сколько демеджа внес уже. Задолбал стрелять уже.
Все, ну Стрэндж пробивает, это 2-1, его пользу 1700 на 400, правда, по ресурсам. ГГ пишет, Матис выходит. Так, сейчас кое-что я проверю, ребят, как там другие-то игры. Все это, наверное, последний у нас матч, потому что другие как-то уже сыграны. А они еще, смотрю, стримы идут. Так, Шадаун Басюр играет, Намшар с Бунфу Бандой играет, Ютермал с ДНСом играет. И Стрэндж с Матизом играет. Одними из первых прошел Хиро Марин, DMC и ТЛУ. Ну, имена-то чуть позже. Крейзи, крейзи. Дичь карта до Sun Station у нас. Музыка громковатая. Хорошая музыка, нормальная. Так, ну что, ребят, 22-20 по рабам. Пользу Стрэнджа проверял. Проверил сеточку, все проверил. Больше ничего интересного нам здесь не нужно. Пробочка приезжает, ну Стрэндж видит вторую базу, но ничего не сделал. Так, вот он лицом повернулся.
садунчик. Ходит. Никто их не убил. Не, пока не видел, что урсадонов кто не трогал. Трогать урсадонов плохая примета. А то зима начнется, как напрыгает их тут, как погрызут. Как Фотси в компании. Так, Роуч Уормшу на мейне сейчас у Матиза. Ну, Стрэндж нормально все делает, стабильно сидит просто дома. Роба плюс 3 гейта, застроечки здесь пока не делает. Здесь на золоте база пошла, камни не пробиваются. Ну а я всех приветствую. Опять же, последний матч у нас на сегодня Стрэндж против Матиза. ВЦС. Прошли уже Мината в следующую стадию. Кстати, какая следующая стадия будет? Три, которые вот мне этот вопрос очень сильно интересует, и я пока не знаю, какая эта стадия будет вообще. Добил все-таки Стрэндж-овера, 57-56 по лимиту. Вот, ну а я вам напомню, что неплохо поддерживать мой канал, отключая отбухи, подписывать на премиум, ну и по реквизитам описания, либо через плеер. Иллюзии Стрэндж полетает, видит роучи несколько штучек. Здесь золото готово. Видел Стрэндж, что же золото готово? Нет, не видел ничего. Здесь массоверы стоят. И, кстати говоря, смотрите, вот с этого пилона камни-то не пробить у Зерга. Здесь можно вообще и золото под блощ, и много чего можно сделать на самом деле. Так, один Immortal есть, плюс 2 гита. Погодите, 5 гитов я вижу. Immortal 1, Immortal 2, Twilight плюс 1 у Стрэнджа. Здесь оверсир делается. Видите, с Immortal'ами какой-то врыв, что ли, будет? Я пока не понимаю, что Стрэндж. Или он просто с Immortal'ами хочет на золото выйти сейчас. Понять не могу. Да, варп адептиков идет. Да, можно сейчас просто здесь вот понапрягать. Пошло золото у Стрэндж, здесь отгоняет оверсира. Адепты подходят к золоту сейчас. Ну, Стрэндж, что ж ты встал? Ну что, неплохо Стрэндж здесь золото напрягал, но плетка перекапывается. Сейчас отгонит, в общем-то, зерк от своего золота адептов. Еще одного Стрэндж рабочего подреза. Неплохо. Здесь Мазеркор летает. Плюс 2 пилона. Третий уже Иммортал строится. Плюс один доделывается. Готов Твайлайт. На Твайлайте можно уже блинк заказывать. Либо что там Стрэндж хочет. Я пока не знаю, что он хочет. А здесь Люркер Дэн практически готов. Ну, здесь Стрэндж агрессию какую-то любую вообще зерговскую отобьет. У него все хорошо будет сейчас. Бедный Урсадон. Это же он был, да? Похоже на то. Ультрава. Вот он, ультрав. Здесь трепыхается, бедняга. Но его никто выпускать не собирается. Сварм хосты, ребят. Адепты все еще напрягают. Стрэндж уже, я не знаю, сколько он тут рабов. Ну, 12 во всей игре убил рабов Стрэндж. Здесь робо-бэй доделываются. То есть будут дестабилизаторы, я так понимаю. Плюс 2, почему Стрэндж не заказывает, вообще непонятно. Давным-давно. 23 числа, погодите, а сегодня 21 июля, четверг, пятница, 20... Субботу, получается, да, будет? 3 минуты задержка, увидишь ты ультрала, Кингалес, привет, не волнуйся. Так, адептики все еще стоят. Полетели лукусты сейчас, эти блошня полетела. Пилон сразу же сгрызает. К
Как она, конечно, шпуняет, эта блашня. Это же просто дичь какая-то. Ну, Стрэндж с дестабилизаторами сейчас, видимо, вперед пойдет. Решил. Так, один все дестабилизаторы в колоссус переходит. Плюс пилоны пошли. Адепты понапрягали еще немножечко. Здесь овервеет пилон. Но на пилоне ничего не происходит. Вот первый дестабилизатор пришел. Видит Стрэндж, вот сейчас вот отсюда зайти. Если они ближе подойдут, вот эти ребята, можно по ним сделать очень хорошее. Вот сейчас надо ловить их, блин. Ну, Стрэндж не ловит нифига. А вот идет вперед сейчас. Смотрите, Матис. Обсервер разбивает. Фил Стрэндж выставляет. Сейчас кончится локуст уже, скорее всего. Не, ну чуть-чуть-то прыгнуть они успеют там что-то делать. Ну, Сентрю сгрызли. Все, больше ничего не сгрызли. Плюс 2 колосс еще, плюс 2 Стрэндж наконец заказал. Не, ну свармхосты, мне кажется, еще плюс 7. То есть это вообще масса свармхосты. 14 есть и 7, 21 будет. Не, ну тут надо принимать какие-то Стрэнджу, делать выводы, принимать решения, активные действия уже какие-то проводить по противодействию этим свармхостам. Иначе они здесь запарят просто его. Хорошо прижгло. Сейчас филды от Стрэнджика пошли. Ну, здесь надо уйти от свармхостов, от локустов. Прыгают, а они филдецом можно. Подблочить Матиса. Неприятно. Колосса пытается Матис забрать. Что они творят? Смотрите. А красный ушел, зеленого за пару секунд вообще Матис сфокусил сразу же. Нужен товар, еще сталкер. Нужен Стрэнджу, что здесь обороны нету, помимо свармхостов, вообще никакой. Стрэнджу надо как можно быстрее действовать. Но здесь люркеры есть. Ну, опа. Минус пару свармхостов, 2 дэмэджа в итоге. По люре Стрэндж не попал. Все, у них есть эти бложки, надо пускать вперед. Одного Стрэндж подрезал прикольным агрессивным блинком. Отходит немножечко назад. Свармхостов, локустов, очень много свармхостов летит сейчас вперед. Филда есть филд, есть филд. Но дестабилизаторы сейчас будут уничтожены. Нет, ни один не погиб, кстати говоря. Ну что ж, неплохо Стрэндж здесь отвертелся. Ну, колоссов уже много, 170-178. Стрэнджу пора и четвертой бате подумать. Вот здесь Нексус день заказать-то надо уже. Здесь причем пробка есть, можно вот этой даже отвезти сюда и Нексус сделать. Ну, Стрэндж решил, что сзади, за спиной лучше. Ну да, это надежнее будет, наверное. Это Роуч был. Поганец. Значит, Стрэндж не наказывает Урсадонов. А где Урсадон? Вообще, я не вижу Урсадонов. Вот он, Урсадон. А сколько их на карте Урсадонов? По одному у каждого на мэне, да, наверное? Выдвигается Стрэндж вперед. Здесь немножечко. Ё-моё, сколько их летит. Да они сейчас всю базу сожрут. Если успеют доползти, конечно. Гиты падают. Кибернетки падают. Ну, сейчас кончится локус-то. Все, локус-то кончится. Сколько свармхостов уже? 30, ё-моё. Ну, базу зато решился здесь у нас очень быстро. Так, 4 люркера приходят вперед. Нужно ставить срочно оверчарж Стрэнджу. Уверчажа нет, заходит он сейчас на сюда, на четвертую зайти. Локустов сейчас масс будет. Свармхосты готовятся, локусты у них. Надо сейчас отходить от них, а потом врываться вперед. Залп дестабилизатора, отступая Стрэнджемочка назад. Люрой тремя люркерами вообще на халяву здесь. Матис просто разваливает все. А Стрэнджа давай здесь. Так, все, вот он где Нексус стоит. Локусты ничего не сделали. Нужно идти Стрэнджу сразу же вперед, как только локусты кончатся. Вот он заметил. Или я не знаю, может, и не заметил, как они кончились, но они кончились, и это факт. Здесь врыв сейчас будет со стороны Стрэнджа. 189.94. Пользователь Агент 72 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Агент 72. Нужно ли Стрэнджу бояться локустов? Нужно с ними драться, по-моему. Они не так уж дофига здесь остается. Заходит Стрэндж. Дизелки камни пробивают, можно уже подраться будет здесь на камнях, как мне кажется. Дестабилизаторы делают залп. Куда они залп-то делают? По локустам пытался Стрэндж попасть. Не попал. Локусты прыгают вниз. Попытка подрезать колосса. Одного подрезал Матис, но
У Стрэнджа добыча на новой базе началась. Все, пока КД этих локустов пройдет, пройдет очень много времени сейчас. Но приходит Люра здесь. У Стрэнджа нет обсервера. У Стрэнджа кончились дестабилизаторы, они были уничтожены. И Стрэнджу надо вот через этот проход уходить и отсюда золото сбрить просто колоссами и все. И ставить точку в этой игре. Также Стрэнджу можно какой-то воздуха пару юнитов сделать. Пару тех же там грелок. Минус 4 овера. Матис пытается что-то сделать. Но, блин, вот, посмотрите, обсервера нету и все. И что без него делать? Ничего не сделаешь. Все, сейчас. Главное не давать агрессивничать локустами Матизу, иначе беда. О, кстати, здесь камни есть. Я вообще не видел, что здесь камни есть, проход. Пробей, Стрэндж, каменюхи, ты что ты боишься? Летит обсервер вперед, здесь локустами отменяет Матис Стрэнджу базу. Сван хостов просто, я не знаю, 33 штуки, это реально много. Но газ это не то, что нужно локустами уничтожать сейчас. Давайте обсервер единственного сейчас просрем. Стрэндж, не надо просирать обсервер. Мейн локусты почти подгрызли сейчас. Под блинк, под люркера, минус люркер. Золото надо стереть с лица земли сейчас как можно быстрее Стрэнджу. Быстрее золото стирай. Стрэндж этого не делает. Так, агрессивный переблин пошел. Сейчас локусты выйдут. Часть сталкеров зашла вперед. Нужно назад. Уйти ими быстрее, Стрэндж. Уходи назад. Ничего не делает. Стрэндж не уходит. Не за контроль. Здесь архончиков несколько штук гоняют оверов уже. Ну, архоны нормально все делают. Пытается Матис хатку восстановить. У Стрэнджа добыча есть, у Матиза нет. Стрэндж разносит еще добычу сейчас, что важно. Для того, чтобы подольше там терпеть этой добычкой. Так, локусты прыгают. Смотрите, как от пчел от роя убегает Стрэндж просто сейчас. Но пчелы здесь не выживают. Сами по себе долго. Какая-то одища просто происходит. Ну, блин, Матис упустил свой шанс. Он дал Стрэнджу сюда прийти. Его надо было как-то шатать постоянно. Если бы у него это получалось, то, я думаю, все было бы неплохо. Но у Матиза это не получилось. В итоге вот какую ситуацию мы наблюдаем. Заходит Стрэндж, последнюю добывающуюся базу. Да и последнюю, в принципе, базу сбривает Матизу. Против локустов бой уже Стрэндж принимает, я так понимаю. Да, колоссами только, пожалуйста, уйди, Стрэндж. Не отдавай колоссов. Все, локусты падают. Люра падает. 178-158. Агрессивный блин вперед. И эти парни без локустов сейчас на КД. У них все 20 секунд еще до того, как будут готовы. Поэтому Стрэндж на халяву пробревает просто сейчас. Есть где-то там люркер, где он вообще не видит. Вот он дальше там будет уничтожен сейчас. Ну, ему падает база, это минус Матис, здесь уже в элиминей даже Стрэндж выиграет, я думаю. По паре локустов Матис пытается послать вперед, но толку от этого очень мало. И здесь сталкеры хатку зашатали, и везде сталкеры все зашатали. Уходит от локустов Стрэндж, все правильно сделал. ГГ пишет Матис, 3-1 Стрэндж получает квоту, молодец. Пользователь в Кеда активировал премиум на ваш канал. Ну что, ребят, пора прощаться. Сегодня все. Спасибо в кедах, спасибо всем за премиум, спасибо всем за поддержку. Очень-очень приятно. Я буду с вами на сегодня прощаться. Запись будет выложена данная на YouTube. Всем пока. Увидимся. А, завтра GSL будет. Да, завтра будет GSL. И, кстати, группа завтра будет достаточно интересная. Dream Young Alive Rock у нас будет завтра играть.
То есть три тирана, один зерк. Завтра еще Тинг также будет. Там нет, с Пейшенсом бьется, можно посмотреть. Стрэндж говорит, главное, чтобы не было спайков. А в субботу будем смотреть БЦС продолжение. Увидимся.